Вот это поворот. Бля, тыкал на мертвого, мне показалось, тут портрет Лёхи. Ничего, такая-то грязь, гайс. Хотя бы не вылетел из игры. Ебать. Дедос? Вы что, конченые? Полностью. Ну что, добавляете в конфу левых, а потом дедосит вас. Дедосит, да. Да? Так и есть. Все верно. Так, меня уже... Кекс про мафии будет, что-то давно не был. Да, какая разница, если меня РДМит, когда я... Это не считается вообще. Типа, сейчас меня тоже за РДМил. Правда, я сейчас не мафия был. А кто тебя за РДМил? Ну, судя по карме, это был Соло. Хотя ты его убил. Ну, вообще, типа, в меня начали стрелять, я выстрелил в ответку, убил. Того, кого я убил, тот был Innocent. Я Лёху в толчке запер, если чё. Пациентов, поэтому такое. Лёх. Это реально заебали стрелять просто так по фану. Я всегда буду отстреливать нахуй, если меня кто-то ебанет. Ну, я типа тоже сразу отстрелялся, убил его на самом деле случайно, а потом побежал Мервинг и убил меня. Ай да Мервинг. Ну ты остался с ним один на один, мог убивать как будто. Так он же не знает, что он один на один. Блин, я знал, что Мервинг типа мать. Шканафт, плеер от бога. Потому что я не РДМщик. Че, когда там Максим просыпается? Да скоро уже. А он типа лег где-то в час, наверное. В час чего? Ночь. Сейчас сюда. И проснется в 7? Ну, у нас-то 9, Андрей. Мы что, москвичи, что ли? А, лол. Что за хрень? Открывайся. Так, Мерф что-то открывает. Понятно, что мафия сразу. Опа, здорово. Я бы тебя бахнул. Ого. А, кстати, Гай, знаете прикол? Игорь, подойди, смотри. На картину смотришь? О. И что это? Вот это покажи прикол. Мне прикол. БТФ. Ударь по ней киркой. Сиськи, да. Видишь? Покажи. По сиськам надо бить или куда? Да, по сиськам бей. Вот, сиськи, Лёх. Хорошо. Мне кажется, что мы сейчас я лах бабах. Сиськи в крови, блин, все, уходим. Кстати, насчет Аллах бабах. Тут же бомба закладывается и все. Бля, мне не нравится эта мапа. Давайте АВП мапу поиграем. Ну давайте АВП. Давайте АВП мапу. Там куча девайсов. Какого раунда играем? Да, Кекс? Короче, Мервинг мафия, походу. Он предлагает доиграть. Согласен. Да, пойдем. Я еще и свет выключил. Еще и заложил, наверное, C4. Не, C4 я не заложил. Меня убил. Убивает Кекс. Так, убил? Я вычисляю. Убил, нет? Ага, я вычислил, дайте пройти. Меня убили. Бля, я ошибся. Бля. У вас там фан? Кто да, был? Я вычислил. Без канавта вычислил. Да, я был, но там как было там слишком много людей. ТТТ, Кара, а вон на Кари, как... Кекс, а у тебя хорошо получается вычислять? А как ты вычислил, Кекс? Ну, убил двоих, а второй оказался им. Не, на самом деле я бегал, типа, вычислял и вычислил. Ну, типа, Лёха сказал, давайте сменим карту, типа, он бы за трейдера доиграл. Сколько свитчер стоит? На гугле. Не, ну, примерно тут у нас. За Яндексе. За Яндексе. О, за Яндексе. Блин, эта карта, впрочем, очень светлая и открытая, типа, тут тяжело. 100 гривен. 100 гривен? Блин, я не умею переводить. А чё у Габлака написано, Лёх? У Габлака написано, руки прочь от Украины, что-то такое? 400 рублей? Да, вроде да. Я на стриме просто видел, hands off, там что-то. Медас. У вас не хуесосишь, что вы русские уёбки? Русские свиньи вот. А, кстати, мне тоже интересный вопрос. Где скаутки? Вы уже уживаетесь нормально в команде, ребят? Отлично, ребят. Ты взял скаутку, Некс? Да. А он тебя не называет путлер? Там не было скаутки. Нет. Ишь, путлер ебаный. По-моему, нам не хватает трех человек. Да. Да. Вам весело? Вы шутите, да, ребят? Не, я узнаю, мне интересно, типа, насколько. Гомаш, когда все наши зайдут, пароль вкинем в эту. Но только чтобы люди с 8 играли. Ну, в смысле, на X говорили. Да не. Вообще, кстати, можно, давайте попробуем скайп дропнуть и все с 8 поиграть. А давайте через не свет. Будем. У Андрея не будет, типа, на стриме, потому что он хуйло не может настроить. А чё у нас... А, у него игрового звука нету? Да. Подожди, не в одной игре, что ли? Ой, и музыка. Доты. Я вот не знаю. Наша любимая. Блин, а у меня стоп-саунд забинжен. Некс меня целится. А, сори, я забыл.
Это был. Да, я тоже разбиндил на той карте, на этой плюс. Кейк, чем занимаешься? Стоп саунд заменил на скобочку. А на ты чем? Скобочку. Я смотрел. Здесь C4 лучше поставить. Нет. Типа стоит, броник покупает. Ой! Ой. Что, с концами? Я решил это на лестнице пробовать прыгнуть. Меня кто-то подстрелил, слышите? Где-то либо с кладбища, либо с другой стороны. И это явно трейтер был, потому что он это втихую... Лёха, это Лёха, походу. С чего ты взял? Ты что, нарк, что ты в меня стреляешь? Слышь, ты что, мы с тобой здесь играем? Ты конченый? Вон сзади, типа... Лёх, ты по мне стрелял, скажи честно. О, в ответку дал, ну-ка. Это, короче, если я умираю, это Лёха, ребят. Инфа 100. А, понял. Слышь, что, мы с инфой, что ли, играем опять? Чувак? Ну, на предыдущей карте... Лёх, надо было прикончить меня первым выстрелом. Я причём ещё думаю, опять с места Лёхи, типа. Ну, там что-то никого не увидел, пошёл дальше. Ну, можно без инфы попробовать, если получится. Можно с инфой, по-моему, без разницы. Просто, ну, не зашквариваться и нормально. Но если один человек, его, в него все палить начнут. Типа, а так? Если трейтер жив, то почему нет? Ну типа, блин, без инфы мы будем молча бегать и ардемить друг друга, вот я вам говорю. Да, да. Разговаривать-то можно, но не так, что он меня стреляет. В смысле, он меня стреляет? А, он меня стреляет, я говорю, о, Лёха, какой ты гандон. Да. Что ты делаешь? Всегда так делаю. Как а потом я... Обзываешься? Не, это я чисто гипотетически, Лёха, я бы так тебя никогда не назвал, ты ж ты не такой, правильно? На самом деле, конечно, нет. Лёх, ты пушка, я так понял, вообще не будешь менять на этой карте, да? Блин, я подумал, ты меня обманываешь, ну такое. Вдруг ты меня обманываешь, ты меня обманываешь. А инсендиари гранит это боевая, типа? Она поджигает пуканы. Сишку поставили где-то. Кого? Я не слышал. Я не слышал такого. И у меня золото. Соло, Дред, Сканав были на виду. Я вижу только что шмельницы кто-то там хаешки кидает. Шмельницы? Шмельницы. Сейчас бахнет, ребят, скоро. Ай. Походу я докидался. Закинул? Удочку. Сука, как забинить? Шмельницы подстреливает кто-то. Скажите, пожалуйста, как забинить? Что в консоль надо писать? Винт, кнопка, стоп-саунд. Я на мельнице никого не вижу. Заебись, спасибо. Да, и мне с музыкой прикольнее. Меня подташнивать тебя начинает. Привет. Хурт. Ты хурт? Да. Хорошо. Прости. Так. О, я ошибся. Я признаю, я говорил, что меня с мельницы стреляли. О. И по мне кто-то стрелял. Да я ошибся, ну зачем меня убивать-то после этого? Ну ладно, на здоровье, на, Андрей. Отличная игра. Андрей конченый. Я наказал себя. О! Я понял. Я же говорю, что я ошибся. В смысле, ты даже не посмотрел, ты даже не утвердил, понимаешь? Там 6 человек было, типа, и видно было, что, типа... Ты как кто? Дайте. В смысле, не утвердил? Я нес к тебе его, блять, у себя на палке, и говорю, что ошибся. Блин, у меня в табе не было надписи, то, что, типа, ты распознал его, понимаешь? Блять, Андрей, если бы я его убил, и мы бы кончился раунд, он бы был трейтером, понимаешь? Понятное дело, что он не трейтер, если я убил, раунд бы кончился. Чего я его распознавал? Ну, так, блин, ты издеваешься, что ли? Трейтер только не будет распознавать. Не, это глупости. Ну, в смысле? Глупости. Я не трейтер, я не распознавал. Ну, я тебя кильнул, потому что ты кильнул. Да, Андрей, он убил человека, зачем его распознавать, с какой целью? Мы типа в пятером играем, если игра бы кончилась, если бы я трейтер был. Ну, я бы распознал как минимум с той цели, чтобы вы поняли, что я не трейтер. Блять, и так понятно. Ну, типа, что значит так понятно? Я убил чувака обычного.
Ну, игра не кончилась, я понимаю, что это не трейтер, я... Ну, я а ты можешь, как бы, просто распознав его, сказать тиммейтам, то, что ты не трейтер. Ну, то есть ты даже не попросил меня, когда я без оружия, это сделать, хотя я не уверен, что это так работает. А вдруг это левелинг? Я не могу тебе верить. Ну, левелинг, я бегу с палкой, да труп мы все террористы, я не могу верить. ХЗ. Лепёх, well played. Well played. Лёха молчит и просто стреляет со скаутки. Лёха это второй этот, ты бах. Я, короче, очень сильно наказан, у меня 890 сейчас карм. А у меня 904, я менее наказан. Я купил телепортер и не понял, как его юзать. Лах. Я, надо было маус 2, потом маус 1, да? Да. А я сделал маус 1, думал, что Лёхе за спину прыгну, а в результате я сделал себе чекпоинт. Все, я понял теперь, как работает. Маус 2 это типа отмечать чекпоинт, маус 1 телепать не упадет. Да, да. Да, но это если ты трейдер. Типа я бы сейчас Лёху с лома зарезал вообще. Я заранее это спрашиваю, чтобы это... О, дигл. Я тоже дигл. Вообще, нам бы еще на самом деле двух человек был бы вообще перфект. Да? Даже не обязательно с инфой. Ну, тебе говорю, пароль чаду бросить. Тогда будет больше, чем два человека. Два человека. Не, я, ну, 8 слотов на сервере. Могут дэмчики какие-то дать. Ну, блин, забанить их, поехали дальше. Ну, можно скинуть, в принципе. Ну, 10-10 пароль. Отлично. Так, а у меня картинка есть? Есть. Стрим идет. Что за картинка? Идет. Картинка террорист. Сиськи. Блять! Чего? Ребята. Первого. Я понимаю, что вы сейчас вряд ли мне поверите, но я. О, кто-то разбил. Но я очень хорошо упал. На нее смотрел ты, на нее смотрел Next, на нее смотрел я. Больше ничего не вижу. Я услышал, что кто-то упал, повернулся, и стена с нами. А, вот Андрей. Собственно. Ну мы поверим, что ты упал, потому что все живые, не? Ну, я не знаю. А может я просто очень хреновый трейдер. А еще, по-моему, Леха в кого-то стрельнул. Он попал? А это типа неожиданность такая, да? Леха в кого-то стрельнул. Точно трейдер. По-моему, Леха в меня очень сильно стрельнул. Не, просто если в меня кто-то стреляет, я сразу его башу, мне похуй. Он значит долбоеб, если. Я в тебя стреляю. Блин, меня сейчас спину так обойти легко. Я за Лехой посмотрю. О-о-о! Кейк, мафия. Не-не-не, ты в меня стрелял, не пизди. Да сука, что это за говно МК? Как мне с ней пройти куда-то? Леха еще в меня стреляет. Ближе, да мне Леха один хп оставил, что я могу сделать? Ближе подойти, в голову мне стрельнет. Я буду Леху отремить, короче, если буду подозревать что-то. Он меня заебал каждый раунд. У Лёхи хорошая политика. У него политика охуять мне один хп. У нас 8. Так у меня еще причем этого не было, оружия, типа, я вообще. А если ребята будут на X говорить, так вообще будет шикарно. Ой, на X это заебись тема. Ребят, говорить умеете на X? X. Только не флудите, пожалуйста. Биба соси. Спасибо, Андрюх, пососу. Хорошо. У тебя такой голос сладкий в этом чате. Лёх, зачем ты меня опять пойнул? Ты заебал. Кекс, я через вопрос. Только теперь понятно, на МЛГ там выиграли отборы. Я или детектив, или мирный. Да. Он как будто стримит. У нас, кстати, 8 же, гайс. Бля, Лёха мне две катки за трейтера заруинил. Блюдок. Кекс. Чё ты обзываешься? Андрей, ты трейтер, походу, да? В смысле, да? Я не обзывался, я сказал, Игорь что... обзывается. А, я обзываюсь как? Плохо обзываешься. Как, я ничего не сказал. Он кстати, хочет с нами поговорить. Как я обзываюсь, я не обзывался. Лёхи на своем споте нету, значит, скорее всего, не он. Потому что... Хотя он в прошлый раз... Ефури ваундед. Но он, скорее всего, упал. Он даже оружие найти не может бегать. Плохо ему. Че, думаешь, не опнул, кого-то позвали? О! Комиссар, я за тобой. Комиссар Рекс. Стой на хуйня, мы типа толпой будем за ним бегать, и чё толку? Ну, два мафа же, правильно? Я вас убью просто потом.
Соло на позиции, ребят, carefully. Все, гоху я, Лех. Вот, как, вот тебе понравится. Вижу писька нафта и Дезара стреляет. Дезара стреляет, help, help, guys. Где? Он убил одного только что кого-то. Где? За мельницей, за мельницей. Лёха слишком заинтересован, мне это не нравится. За мельницей, я падаю. Убейте его. Он ваундит. Кекс стреляет. Сука, Лёха, это ты. Кекс меня стреляет, пацаны, сзади. Миренко, там, где мы были. Так, я его убил, ща гляну. Да, он трейтер. Второй Лёха. Это кекс, парни. В смысле, что ты смеешься? Ты конченый, ты меня стреляешь. Я так и знал, Лёха, ты такой разговорчивый стал. Ёпа. Слышно. Ну как? Пизда тебе, кекс. ЛС Алексей. Не, просто я думал его убить просто так, а потом, когда он сказал, где стреляют, где, я так думаю, бля, ну стопудово. По очереди два трейтера и друг друга дэмить, и просто так. Ну, не, я сейчас так, не дэмил, типа мне ответил, начал в меня стрелять и говорит, как стреляет. Ну, так... ответил. То есть ты в него стрелял просто так. Почему просто так? Я Я говорю, если кто-то стреляет, то пошли нахуй. Чего? Говорит Некс, который вокруг меня стрелял. Не, так я не в тебя стрелял. Если, ну. если в тебя стреляли и попали, то все. Слушай, Игорь, мы играем будем часто. Ты типа стреляй на здоровье, у тебя потом просто дэмэджа не будет, все окей. Просто злоупотреблять этим не стоит. Я потому... просто про себя говорю, если меня кто-то стреляет, то я сразу буду ёбывать в ответ. Гоу, тайм-лимит еще поставим. Реально, надо быть долбоёбом, чтобы быть на. Вот, тайм-лимит миллион, я согласен. Но он уже на следующей карте все равно будет. О, я инспектор гаджет. Насколько я помню, тут пора карма точнее восстанавливается, разве нет? Со временем. Да-да-да, ну ты должен хорошо себя вести, я так понимаю. Не, ты мирный, стреляешь по трейтеру, у тебя восстанавливается карма. Если ты просто выигрываешь раунд, тебе дается, просто за каждый раунд дается. Ну видишь, хорошо как... И соло на позиции стреляет кого-то. Попадает? Нет, кто-то это я. Он попал в тебя? Нет, он попал в другого, не могу навести в Андрея вроде, не? Не. И там кекс еще с ним. Да, я что-то понять не могу ничего. Лёх, ну убей меня, и все будут знать, кто мав. Андрей, без хуйни. Мерф, я с этой самой. Лёха, а вот скалкой. Я был 3 раза подряд, а ты уже 2, да? Прикольно, мы порушили с тобой. Угу. Так, сюда пришел еще Ефури. А трейдера 2 сейчас, да? В случае вот так, да. Я теперь я ничего не боюсь. Теперь можешь убивать. Лол, а это ты. И это Некс, который зачем-то бежит ко мне. Некс, я тебя убиваю. Зачем? Не иди ко мне. Не надо меня убивать. Это мой домик. Ой, еще кто-то зашел. Дезара. Некс, убей Зара. В смысле? Зашел. Он под меня гранату бросил. Вот ублюдок. Сам убивай. Но он фейковую гранату бросил. Мне жалко карму. На тех, кто не... Еще я вижу соло, и он меня напрягает очень сильно. Он целится? Да, он сидит в этом темном окошке. Бегает он. Бля, Лех. Не стрейфся. Ты меня выстрелить хочешь? Очень. Еще я что-то кекса, ребят, вообще не видел. Лол? А, кекса? У него антирадар, кстати, походу, что я его тоже не вижу. Ой, да, у него антирадар. А, это, блядь. Чего? Я хочу сделать это сам. Что именно? Что сделать-то? О, понял. Угу.
Лол, дред. Андрей, добро пожаловать в клуб. Они дреды вообще ищут мертвого. Ладно, все равно остались одни левые. Это ведь одни левые остались еще живы. Я же сразу сказал инфу, что... Я Леху столько раз мог убить, он что-то там бегает, стреляет меня. Он 4 раза стрелял меня, промахнулся перед тем, как я решил в него стрельнуть, а потом я умер. Да я в начале раунда пожалел на самом деле, он же вас стрельнул, я что-то не захотел два раза подряд. А еще Леха руками стреляет. Лех. По-моему, из раунда. По-моему, я в тебя уже понял, что это ты, но как ты попал меня два раза, когда я сижу стрелюсь, это просто пиздец. Жесткий? Да, какой-то задор вообще. Скачать AIM Garry's Mod. Это Кекс, у него антирадар. А что, есть? Да не, есть антирадар? Хуй знает, я... Ну, видимо, смерть это антирадар. Нет, антирадар есть, но я тебя в натуре не видел. Типа, у меня... Потому что я мертвый жив. Был, наверное. Ну, у меня ты жив показывался. Понятно, потому что меня не нашел никто. Поэтому паника и пошла. Нет, с детектива весело играть. Давайте убьем детектива и станем детективом. Нормальная тема. Детектив не контрится, сразу говорю. Его надо шлепать, пока есть возможность даже телепаться потом. Но убить его надо, потому что один на один. Если он пушку берет, это забей вообще. Да даже один на два он изи размотает. Так, а мне нужно... Лёха стреляет из дома. Да ладно! Смоки? Лёх, мы с тобой вдвоём по три раза подряд, ГЖ. Пацаны, давайте так, смотрите. Вот я вижу Нексуса. Начинался раунд, и он стоял АФК, закупался. Если так я его сейчас убиваю, и он не трейтер, то вы убиваете меня. Ладно? Ладно. Он трейтер, ребят. Красава, Лёх. Игорь, купил армор, Игорёк? Или что, купил радар? Дред, походу. Кто это сейчас говорил? Кто это говорил? Это Ефурия, слышишь? Игорёш. Ефурия? А, не попал. Письканав со мной. А, нет, попал. Не добил просто. Плеер от года со мной. Конфирмы, Дес, я этот. Вон Ефурия бегает. Игорёк. Купил арморчик? Да. Так, ну Сол, ну Сол. А ты не пробовал это делать движение, Игорь? А не за ящиком присесть и покупать его. Так я просто типа АФК. Много кто останавливается, блять, нихуя не делает. Ну да, ну да. Смотрите, Игорь воткнул. Смотрите. Куда смотреть? Тусовочки, тусовочки. Мы, короче, от респа. Опа. А шо опа? Я убил трейтера, Андрей. А, ну, действительно, в принципе. Ну, может, ты меня убьешь тоже. Андрей, может, иди, тоже иди посмотрите, как Игорь хорошо устроился. Ну, и вот песнец. Я его воткнул. Покеш. Че ты его убил? Я унесу. Дайте. А сколько времени-то? На крыше его, Лёх? А вы не боитесь, что сейчас крышу подожжет мафиан? Да пусть подожжет, мы вычислим его. Ну сейчас я... Лол, его скинули. Еще кот скинули. Там спрыгнул, по-моему, кто-то, не? Не-не, там сидит... И тэпнулся кто-то. Ой, Андрюха. Ну эффект на трупы упали, я так скажу. Ред мафия, он только что убил и телепнулся с вышки. Лев. Андрюх, ты что, разыгрался? Как видишь, нет. Скажу, там вообще не видно, короче.
Андрюха что-то ловит, пацанов. Там темень прям такая. Классное место. Все-таки видно. Ёбаная мельница. Я стрелял. Ну там Нику только видно, Андрей. Ну, только Ник вылазит, и сразу же мельница это начинает прокручиваться. Вот этот дом очень темненький. Геран, понравился раунд? Хотите, покажу, как Игорёк себя вел? Смотрите, сейчас заспавнюсь, покажу. Короче, если бы Игорь не заслоупочил, по-моему, мы бы разъебали бы очень плотно. Смотрите, покажу сейчас. Нет. Сидит вот так вот с пушечкой. А ты где? Я тоже не... Сидит. Не, я Лёху не вижу, короче, я пошел. Сидит, пошёл. Делаю. Так, мне стреляют в доме. Меня подожгли на вышке, заебись. О, один походу есть. Да. Нормальная тема, как это так быстро? Ну он стрелял, да? Андрей, где это было? Я иду, я детектив. Кто-то... Соло. Кто-то стреляет, не пойму, где на мельнице, что ли? Андрюха, почему ты был побитый? Лол? Пацаны, бля, идите нахуй, короче. Почему ты был побитый, Андрей? В смысле? Он сказал, что он... Потому что у него стрелял чувак. Блядь. Поэтому он и был побитый. Идемте, ебать. Или тебе... Ты еще живой, что ли? Андрюк, прости. И пусть канал пусти. Ты их обоих, что ли, ебнул? Ну, Андрюха был лоу хп. Я его убил. Понял, что он мирный. А он же сказал, он в меня стреляет, потом он сказал, а все, это трейтер. И зачекал трейтера вроде. Тут дезар что-то мочит. Брюх, прости. Сей. А ты вот мастер дедукции. Ты не думаешь, если трейдер мертв, то скорее всего кто-то лоу хп. А почему я не могу confirm dead нажать? Лол, как он меня обошел? Скажите, пожалуйста. Потому что ты маф. Нет, серьезно. Почему я не могу нажать? Лёх, сори. Ты точно маф? В смысле, перед Лёхой не надо извиняться? Я заслужил. Я думал, что он левелит опять. Я заслужил кекс. Так, естественно, если он кого-то убивает, надо убивать. Тут вообще даже забей его, хрен поймешь, блядь, он неадекват ебаный. Ну в том-то и дело, что он неадекват, это... Лол, выкинул передо мной и поднял потом. Заварушка какая-то была. Бля, почему ты нажал конфирм, я не мог, серьезно. Ну, ага, не мог, да? Блядь, можете ебануть меня, мне похуй. Ну почему я не мог, я не знаю, у меня неактивная была кнопка. Лох, кто-то сломом. Я не по мне показалось, что по мне ударили. Андрюх. Да. Кто второй? Я не знаю. Блять, я хотел на дигл переключиться, я честно на дигл хотел. Зер бегает такой мельница. Я вообще на самом деле кроме Некса никого не вижу. Бля, давай. Может, нас трое всего осталось. Ты для комеров ушел? Я под этой электровышкой дефолтной. Я понял, это не. Вполне может быть дезар побитый. Около этой стоит мельница. Кейк. А. Я вижу Некса. Кейк живой. Все. Да, это я. И в доме. А, это шериф вообще. Мерф много позарит, мне кажется. Да потому что я не хочу слиться. Потому что за меня... Трейпера, да? Я около дезера. Гайс, я около дезера стою. Если... Кубей. Меня бахнут, то это получится не очень. Ты кто? Ага, понял. Ебать, сколько у меня кармы отнимут, сейчас интересно. Пару соточек точно. Ну, походу, спустят нормально. Надо было еще детектива заебашить, чтобы прям так... Мерф, ты как там? В голову больше не шмалялся своей штукетой. Нормально? Кстати, очень неприятно иметь низкую карту со скауткой, потому что она, по-моему, снимает при попадании 50 хп ровно. То есть тебе надо будет вместо двух ударов наносить три. Он скалкишь. Я с дозаром бегаю. После некшус. Вот так он говорил. Не, что-то мигает.
если я бахну, то это, вы понимаете, чем попахивает. Ну так мы не знаем, если ты бахнешь, если вдруг труп не распадает. Нет, в смысле, если я вдруг замолчу, то вы понимаете, чем это попахивает. Ну мне попахивает тем, что все очень долго, и значит это скорее всего этот, как там его ник. Да я еще и упал. Дезар? Угу. Ну слишком долго, Игорь и Меров так бы долго не тупили. Хотя, кто его знает. Могу бахнуть его? Интересует? Опа. О, это ты бахнул его. Тихо, это... Кейк, можешь чему-то сказать? По поводу чего? Ага, ты не умер от этого, да? А вообще я за Дезаром бегал, он не мог меня разминировать. Понял, ну хуярим Меренга тогда в чем проблема? Хотя хуй знает. Думаешь? Давай боем Меренга, потом Дезара. Давай. Давай. Погодь, ты где есть? Кейк. Я не знаю, я пока не... О, все, Меринг террорист. Что значит? Кейквол. Ай. Бля, с двух сторон стреляют. Team need backup. Taking fire, need assistance. Да, я... Сейчас разберусь, предоставьте это комиссару. Alright, там раунд тайм кончился, я играю. Вообще-то нет, еще 2 минуты. А хули ты здесь делаешь? Ага, комиссар отходит. Террорист-суицидник. Мервин Конспиратор 3000 пробегал мимо Нексуса, выстрелил в него один раз, и когда увидел, что типа Нексус воспалил, такой, я случайно. Я случайно. Я случайно, я на дигл хотел переключиться. О, проб-хант можно начать, в эту штуку прятаться. Она тоже не, подумала. Я реально нажимал на дигл, у меня стрельнула скаутка. 884, вот бы. Вообще мне быстро, кстати, восстановили. Уже не, ну если ты нормально все делаешь, тебя восстанавливают быстро. То есть, по сути, можно убивать и иноцентов, если ты не дебил. Не, если только одного иноцента, там раз в 5 раундов. Ну, понимаешь, у тебя даже когда будет 700 кармы, ты можешь подойти вплотную, и, типа, будучи иноцентом, все равно хоть кого-то, типа, легкую. Это будет там, неприятно. Там, когда Нексус Кексу забежал, я пытался... Ой-ой-ой, я пытался хедшотом как-то снять, но, блядь... Кекс просто влево-вправо, пробу попади называется. Лол. В этой игре вообще стоять нельзя. Особенно если Лёха в игре. Особенно если детектив. Да, особенно если Алексей, блядский, тут в игре. Ой, Лёха, смотри. Ну вы чё вы, перестаньте. Так, ну что у нас, кто где? Я знаю, где Ред. Блин, в этом домике то пушки спавнятся, то их нету. А может ты там ТП-шку поставил, как и в прошлом раунде? Сходи, посмотри. Слышите, блядь, Лёха, не стреляй по мне. Обычные смертные видят ТП-шку? Да. Ну я за пса видел белое пятно, это значит, наверное, видят. Ну за пса. Лёх, смотри, я не двигался. Я ты, закупался, ты... значит? Или сигарету тушил, Лёх? Закупался. Ладно, ну, давай проверим, Андрюх. Давай. Давай, стой на месте. Не буду стоять на месте. Блять, я еще уебал. Я тогда ловлю прицел. Ловлю твою голову, давай. Давай. Пробегай, бегай, бегай. Бегай, бегай. Слышь? Трейтер, Леха. Да какой ты... Сильно конченый. Не хотел в тебя попадать. Ну а что туда попал? Понял вас. Господа. Короче, есть инфа. Так, Мерф бахает. Мерф бахает инфа, меня. Что Дред, походу, реально туда зашел, чтобы ТП-шку сделать. Он каждый раунд, когда он мафия, там делает ТП-шку. Ну, зайди, посмотри. Ой, слышь, у меня что-то появилось на карте. Надеюсь, я не умру, пока бегу к этому. А что появилось? Ты что это? Ну, это я попросил заинспектировать соло. А, понял. Он иноцент? Так может ты это, чтоб убить меня? Так в смысле, а чё его инспектировать, его Дресс убил, он сказал. Ну это. Да, ну посмотрите, иноцент ли он. Воу. Иноцент ли он, покажет, что он иноцент или нет? Ну, детектив, если посмотрит, то покажет, не? По-моему, нет. Типа слишком круто, по-моему. На мельнице кто-то орал, я там Кейка видел. Тут Дезер мертвый. Чего? Извинялся он? Перед тобой? Нет, зачем? Перед тобой я не буду извиняться, ты меня стрелял, я тебя убил. По-моему, все честно. А опять этот мерок меня стреляет.
taking fire, need assistance, guys. Мне вода подстрелить надо тебе. А, слышишь, он в натуре он. Андрюха. Андрей, это ты меня убил или нет, только честно? Я за ящиком стою, от тебя прячусь. Псих. Лол, почему у меня все без оружия в руках бегают? У них просто... У меня все, короче, просто руками бегают и стреляют. Дред по мне стреляет. Пиздец. Или не Дред? Не, не Дред. Лёх, видел? Да. Просто эпик, блять. А кто второй на пшифте? Ага, я вот так и понял, да. Андрей, это твой телепорт на крыше? Значит, он меня убил. Слышь, что-то Nexus напрягся, вам никак, не кажется? Какой крыши? Очень напрягся. На мельнице, Андрей, твой телепорт? Признавайся. Да. Не Nexus. Вообще, Мервинг, я, блядь, не ставил туда телепорт, потому что я в каждом раунде его ставлю туда. Но именно в этом раунде ты решил этого доебаться, притом даже не посмотрел, не посмотрел. Не, я посмотрел, что его нету. Ну, типа, я сказал, о, Андрей в темный дом забежал, и ты вышел из него. Андрюха, я туда каждый... А ты закупался или тушил сигарету? Не, я тушил сигарету. Но я думал, что это пиздец палево, потому что сейчас начнешь огонь открывать. Бля, настал бы я просто перед тобой, ну, короче, в пизду, слышишь, что начинаешь сам себя передумывать и палишься очень жестко. Я пошел в этот дом, потому что мне нужна была скаут. У меня, в принципе, ее не было, к сожалению. Ясненько. Да он случайно стрельнул. Вообще в неприятную ситуацию, конечно, попал за мельницей. Я не вижу друг друга, террористы. Какое оружие. Я, короче, я сам взял и упал просто. И я упал. Да я видел, я начал тебя стрелять, ты с перепугу упал. Я думал, что там не упаду, я типа стрейфился, думал, за ящик отбегу, сейчас телепорт сделаю. Ты просто всех отхуесосил, Андрюх, все нормально. Игорь, ну красава, я там тоже парочку забрал. Ты меня убил. Да, я всех убил. Главное убил, слышишь, там нормально. Я всех там разъебал. Блин, нахуй я ТМ-ку вообще в руки беру? Да, здесь или шотган, или этот самый, или скаутка. Выхожу, блять, получаю, потом 40 хп бегу. Я с эмкой нормально забрал. Я уже два раза пытался с эмкой соло убить, когда он был террористом, оба раза он убивал меня. Что-то не очень зашло. Бля, вам этот чувак кричит, не помню, как там мне, короче, знаете, кто без скайпа, кричит, Некс в мельнице, Некс меня убивает, все молчат. Потом я его убиваю, там кто-то убивает, кто-то в мельнице был. Спокойным голосом. Ну, бля, давай, каких был, кажется, около мельницы? Не, он просто в мельнице сказал. Я слышал, короче, Игорь, там voice-чат работает не на всю карту, чтоб ты понимал. А, да ладно. Да. Я так, ну, типа, плохо. Была инфа такая. Потому что я не слышал, я слышал, что мельницы вот стреляют. Нормальный чувак. За кого за нас нормальный чувак? Опа. Канав нормальный чувак. Да? А мне показалось, за нас нормальный чувак. У меня, кстати, тоже так выглядит. Дебилы. Слышь, Игорь, иди сюда, посмотрим, за кого-то он нормальный. Я с дробовиком, я полицейский, типа. Ополчение. Ну, ополчение, типа. Народный полицейский. Робокоп. По-моему, Андрея убили, судя по смеху. О, кто-то... А, ну понятно. Дизар упал. Пойдем, пойдем работать. Канав, пойдем. Работает спецназ, парень. Я мирный, поэтому гоу у кого-нибудь искать. Nexus в снайперском доме есть еще. Андрей, как дела? Плеер. Это ж нормально. Кекс на кладбище. Ну мы с детективом тут ходим. А, детектив не... Где детектив? Он шел за мной, но... Где детектив? Шел за тобой, а потом умер? Нет, ой. Пойду-ка я от тебя. Скайп есть. Но вдруг он умер, он не ответит тогда. Так спроси его, ответи. Вот он ходит под лестницей. Парень. Тут гранату нам кинул. Сука, ты сдегла, как ебашь сразу? Мне кажется, Тизар может быть террористом, потому что он кинул гранату сейчас туда, где потенциально должен был быть я, то есть детектив. Ну хуйни его! Вероятно, что он. Хуйни его в твоих силах. Или... Игорь, что там про Дигл? Кого ты стрелял с Дигла? Да Дигла. Никто не стрелял. До этого Леха бегал с Дигла и ебанул мне сразу в голову. Раунда 2-3 назад, когда я мафом был, по-моему. 2-3 назад, да? Это я сейчас вспомнил, да? Я так понимаю. Да, потому что я сейчас опять с ним встретился.
Блять, Леха живой, я живой, мы фуловые. Че я мог сказать по стрельбу с первого выстрела? Ну, типа... Ага. Интересно, понял. Я опять с ним встретился тут, вспомнил, как он ебашит эти глаз, который выстрелил в голову. Мне я снова решил уйти. Так я тут все еще бегаю, никуда не уходил. Я так понимаю, у нас все живы до сих пор. Да? Не. Че, не? Андрей же умер в самом начале раунда. Вы еще вздох такой был. Так я потом спросил Андрей, как дела, мне ответил, он должен был молчать. Ну, типа, труп его еще никто не находил. Правильно? Я вижу... Ага, я нашел. Я нашел вот труп. И подтвердил. Все, понял. Я нормальный чувак, меня не кинул. Где он лежит? А он упал или его убили? В данном доме. Да убили его, по-моему. Нет? Сейчас тихо-тихо-тихо погодим. Так, Леха готов, террорист. Стрельба какая-то. Писканам, зачем ты по мне стреляешь? Объясни. Андрюх. Одну причину. Андрюх. Не в то время, не в том месте, брат. Блин, Лех, я думал, мы сейчас перестрелку там начнем. Это ты со скотом? Я Леху ебал только что. Как ты в башку попал? Ну, типа, я начал стрелять, потому что я, типа, увидел человека, который убил другого человека. И он трейдер, я даже это сказал. Это было до того, как ты сказал, когда ты уже сказал, что он трейдер, я перестал стрелять. Я бы тебя убил иначе. Ваншот, ванкил? Как всегда. Блин, только все равно мы как трейдеры убили. Как неприятно играть, когда вот эти люди начинают в шестером ходить. Ну, типа, вообще так и надо делать, не? Ну, я бегал так, один. Какой интерес так. Да в смысле, у террористов. Ты не один бегал, я же в дом забегал. У нет, террористов не заложили. Этот вопрос так решаем. Они бегают. И телепорт. Ты берешь дробовик, бежишь к комиссару, хуячишь его и телепортируешься оттуда. Да, да, ну, да, да. Дробовик, вот. Я пытался М4 найти, всю карту убежал. Ну, это уже такие второстепенные вопросы. Ну, Леха, тебе нравится, да, играть, я так понимаю? Третий раз террористом или четвертый. Я, кстати, я буду убивать в каждом раунде теперь. За что? Просто так. Ты сам промахнулся. Готов? Да. Я готов, Лёх. Ладно, посижу. Хотя ты можешь быть трейдером. Лёх, а ты опять много говоришь, если честно. Вот это, хотя ты можешь быть трейдером. Вот зачем ты это добавил, я не понял. Что ты не можешь быть трейдером? Нет, просто ты сидишь обычно. Короче, посмотрим в конце раунда. Подозрение на тебя. Блять, я ж хвост. У вас не лагало? Нет. А, нет. Да, нормально, я свернусь. Блин, поспать или 13 часов до фри-то-плея подождать? А чё, крутой фильм? Стоит купить, посмотреть? Так он бесплатный, в стиме уже можно предзагрузить сейчас. А там русские субтитры вообще какие-нибудь есть или... Ну, субтитры будут, но типа, я не думаю, что там что-то сложное будет. Ну, понятно, что, ну, как бы все равно. Чикен Макнаггетс. Помолив. А то будем на малазийском смотреть. Короче, стоп, стал, заебала меня эта песня. Я забываю уже ее отключить. У меня просто от наушников ухо болит. Блять. Андрей закинул. Совсем? Нет. Не совсем. Ой, слышу стрельбу. А, это фонарик. А, Дезарт террорист. Откуда инфа? Он долго смотрел на меня, я пошел, и он мне в жопу выстрелил разулю, короче. Он в магазине. Понял. Дезарт вообще все очень странно ведет. Он в прошлом раунде тоже на меня гранатами кидался, при этом был мирным. Нападал он? Да. О, в магазине что-то было. Да с Дезар! Убил. Дезара убил? Пойду смотреть. Бля, такая вафля. Ага, Мервинг, ты чё тут? Я Маси. Давай без хуйни, слышь? Давай, отвернись, я отвернусь. Давай. Да. Я повернулся. А, Мервинг стреляет по мне! Пугался? Нет. Ладно, братан. Только не убивай. Можно я что-то тебе пробую? Я сейчас кое-что видел, да, я видел это. Соло не надо, бус. Думаешь? Да, я решет по тебе дам. Нет, нахуй. Ну или по соло, если уж он. По соло давай. А где он? Я не знаю.
Андрея пальнул, по-моему. Ой, я вижу в доме. Я ни разу не попал в тебя. Я в тебя ни разу не попал? Суицидальный Мервинг. Лёх, помнишь мои слова в начале раунда? Видишь, не зря же, правильно? Пиздец. Почему, сука, я не верю себе, блин? Как я ни разу не попал в него, блядь? А ты, у тебя что, было М-ка? Нет, скаутка. Вообще нам надо, кстати, прекратить, типа, когда они один-один остаются, потому что у Игоря сейчас, наверное, все живы, кроме Мервинга. И, типа, Лёха мог еще там, типа, поиграть. Мервинг тоже жив в теории. Ну, он же, вы же рядом были вроде. Ну, я Эйршот пошел по соло давать из огна. Я по нему не попал, а он по мне, да. А может, и я по нему попал. Блять, я такой лох, а. Играли бы днем, я бы был свеженький, я бы точно ебнул. Свеженький. Ну я типа что-то подозрительное подумал, но как обычно. Жалко, Лёха стал. Давайте сыграем в ассоциации. В Рокскиз все-таки играет. В Рокскиз сыграем. Затяжной раунд. Затяжной прыжок. Вообще Цезарь меня, конечно, так убил. Стрёмно. Цезарь? Ну, это как его там ник? Цезарь. Игорь нормально вообще фармит. Мидас купил. Ты что, дебил, что ли? Мидас купил, играть не купил. Тихо. Нулевой, блядь. Алексей. Такой хуёвый, ни разу не попался в снайпер. Почему ты ему не заложил ни С4, ничего вообще? Да он нулевый, блядь. Нихуя не умеет. А чё у террористов там модель какую-то можно брать? Это фейк, типа? Какой фейк? Какая модель? Ну там модель террориста такая, что-то купить можно. У меня все время времени нет посмотреть. Да нет, там вроде никаких фейков. Алексей, а тебе что, жопа сгорела, братиш? Лепёх. Что-то не пошло у него в этой катке. Что-то загорелся парень. Вот так вот, как сейчас Лёха горит, вот это он горит, когда он не трейдер, вот так вот, чтобы вы понимали. Когда он начинает гореть, типа, что-то. Я понял, Кекс, буду всегда так гореть. Все, ну ты хотя бы не меняйся время от времени. Зато он как ковбой бегал и расстреливал снизу с пистолета мельницу. С диком. Да. Он пострелить хотел, похоже. Причем именно саму мельницу. О, Лёха. Мне кажется, что-то мне послышалось. Кекс тоже в позиции был, готов был мафией стать. Я всегда там начинаю, так, для справки. Кто-то из них... Да-да, кто-то из них... Я бы даже сказал, двое из них. Кого из них? Трейдер. Трейлер. Я, короче, опять на кладбище, мне там в прошлый раз повезло, я умер очень быстро. Кто-то почему-то очень напряженно сейчас стрелял по детективу. Да это Лёха стрелял по мне. Если он стрелял по детективу, он не будет трейдером, мне кажется. Возьму на заметку. В чем-то это логика его действий. Ни в чем, у него нету ее. У него просто горит жопа. И он рофлит. Он хочет быть трейдером. Да, что-то давно трейдером он не был. Сейчас он пытается по мне стрелять, но что-то не получается. Ты скилловей. Со скаутки раза три выстрелил. Не удалось. И Фури. Он дальше стреляет. И Андрей второй. Да? Я подсейвил тебя, Мерф, вроде. Андрей второй. Ефури сейчас убил. Ты увидишь, какой трейдер. А вы убили или что? Ефури я убил. Почему эта ебаная Ешка не нажималась, блядь? Какая Ешка? Алексей, ты меня? Я убил Ефури. А где? Так, в смысле? Андрей не мафия. Это ты меня убил, Мерф? Ну, значит, Лёха. Я убил. Хэдшотиком таким. Лёха вторая мафия. Опять. Как бы это забавно звучало. Мер, в чем логика твоих действий? Вот скажи мне, пожалуйста. А нахуй там перестрелка двух чуваков. Я убил того, кто остался. Кто убил, точнее. Ну я другого считал, наоборот, мафией. По-моему, все-таки Лёха мафия, потому что он сейчас ничего не говорит. Ну, ладно. Мне убил детектив. По-моему, есть один человек.
Ну потому что ты бежишь и стреляешь по мне. Который Nexus ник, он вам ни о чем не говорит. О чем может говорить? Короче, если это Леха, это будет печально. Опять... Это Nexus, блядь. Nexus, а может это Мервинг? Это Nexus. Ну да. Для скайп что-то надо табнуться. Он на вышке, на втором этаже. Он меня попал. Это Nexus, это Nexus. Ты конченый? Ты, Игорь, не попал в него или ты не стрелял? Он попал. Я не стрелял, меня вообще там нет. ХП. Тебя там нет, да? Все понял. Он мог тэпнуться, осторожно. Само собой. Короче, я иду Мирнга ебать. И такую инфу. Охуенную. Он тэпнулся, он, короче, да, на спауне ТП нашем. Было. Тут было ТП. Он на спауне нашем. Убил. Ты ебать ты снайпер, нахуй. Ты в теме попал, что ли? Че? Блин, письканавт опять не подкосил очки. Зачем же ты стреляешь-то просто так? Не, в тебя два из трех попал. Кто-то стрелялся с этим Ефури. Я убил, короче. Мервинг, ты просто пиздец. Вот ты подумай, если я был бы мафом, я бы стал просто второго чекать труп. Я подозревал мафии. Ты думал, того, чтобы который... я иду чекать труп? Я стою перед ним и смотрю на него. Ты что думаешь, я, блядь, буду нахуй здесь мафии чекать труп? Да, ты меня обманываешь. Типа мафия все равно показывает, ну. А было... как вы телепорт видели? Я, короче, успел добежать, и прям при мне исчез белый круг, исчез прям при мне. Я видел, что Nexus был на мельнице и оказался у магазина. Это было стрёмно немного. Ну, он сказал, что тебя там нет. Если бы я не увидел круг, я бы еще подумал. Но там нет, в любом там не было. Вас в любом случае ПВП там было, и типа. Кто победил, тот боец. Тот не мафия. Добрый вечер, дамы и господа, с вами детектив Кейк. А ты вроде в прошлом раунде был детективом. А, я на прошлом, позапрошлом, точнее, тоже был, я тебе так скажу. Короче, я на Иксу палю. Я, короче, готов начать свое расследование, у меня 898 кармы. Я еще никого, блядь, не убил. Меня палят. Некс, давай, ну это, все-таки убьем их всех. В паре работаем. В смысле? Я тебе не верю. Может, две мафии. Пись, пожалуйста. Вот можно его первым убить? Давай, ты убиваешь. Слышь, а ты меня не убьешь спину? Мы же это... Ну честно, в паре. Не, ну если ты его убьешь, и он окажется не мафией, то я тебя убью. Лёха, вот ебись, пожалуйста. Пахнет ебалом. Почему? Нет. Лёха в меня пытается стрелять, я следак. А если он будет мафией? Ну как обычно. Тогда я тебя не буду убивать. Уже даже это... Тогда мы будем работать в паре. Блин, это лотерея такая. Так ты предложил. А если я его убью, давай так, мы его чекнем. Если он будет не мафией, то ты мне дашь время отойти, чтобы у нас перестрелка была. Окей, ладно, согласен. Кончай его. Бля, а вдруг ты меня сразу убьешь? Я не буду сразу убивать, я серьезно. А вдруг вы с ним мафия? Он, смотри, не убегал, бегал рядом с тобой. Да я тебя не буду убивать, я честно слово говорю. Я готов посмотреть. Стрельба, стрельба. И кто-то сдох. Думаешь? Там просто с лестницы упали. Это около мельницы большая лестница. Блядь, первый, да, он умер, за тебя просто так. О! Хилострейтер. Нормально. Че, работаем в паре? Давай. Впереди родичил. Давай его теперь убьем. Давай, ты убиваешь. Я тебя даже убивать не буду, Мерфирус. Ты думаешь, что Рорес запрет? Андрей, ты как там, ты играешь? Да. Смотри, еще кто-то прибежал. Ефрейтор прибежал. Ефури. Как всегда. Никак. Зачем шотган взял? Слышишь, Nexus шотган взял. Ну что я нахуй тут со снайперкой буду бегать, мы с тобой в упор убиваем. Да мы ж в паре работаем. В паре мы в упор, кто стрелял? Соло опять стреляет по всем, но это не значит, что он террорист. Да ну. Не, ну если он по мне попадет, то я знаю, что он Т. По мне стреляет Ефьюри. Он только что стрельнул на пол хп мне в спину. И он сейчас стоит и смотрит на меня. Когда я развернулся, он перестал стрелять. Он в кое-что соло тебя стрелял. Сейчас Дред стрельнул. В тебя опять? Нет, не в меня, в кого-то другого. Но это был Дред, он стрельнул со скаутки. О! Лёх, что у меня выпало? Погоди, дай сюда. Всё. Это ты патроны сбросил. А каким образом я это сделал? А если у тебя пассивное оружие, то на... А ты просто упал? На Q можно. А чё он сбросил? В смысле? На... Короче, Рокский соло, Акс со спишерс. Мне кажется, так, Ефури.
Может, убьем писькинавта все-таки? Давайте. Да, я всю игру хожу и говорю про то, что меня все стреляют, поэтому я предатель. И в итоге они оказываются толпами, а ты бегаешь. При этом я посредине, между всеми бегаю, и кто-то вдруг оказался. Со скаутки кто-то. Это Леха меня стрельнул, я его ебанул, мне похуй. Блюдок. Что за мясо? Не убивай меня, мы вместе. А, это Трет вообще. Сука, тебя тоже ты ебанул. Ну, что за мясо там? Ну, я почти его убил. Сейчас плохие новости, ребят, я не трейдер. А нахуй ты стреляешь по мне? Да, потому что вы все... О. Ага. Друг друга все поубивали, да? Же... Ну, вы на РДМили 6 киллов как-то. Я не могу, просто бегаю по центру карты, соло по кому-то стреляет, по мне этот... Ебанутые. Я же в начале игры... Трет бегает рядом, я же в начале игры вам, типа, одного убил, и, короче, вам показало то, что, типа, я, ну... Блин, не, в начале игры он суициднулся с лестницы. Нахуй твой тиммейт суицидится. Блин, я не понимаю, типа, мерт бегает минуты рядом с нами, а мы потом все шестером РДМ целовал. Ну, нормальная тема, мне понравилась. Ну, хз. Я убивал, у меня минус... В доверие. Гайс, я убивал, у меня минус 34% дэмэджа. Все, в принципе, довольно-таки нормально. 34? Да. Ладно. То есть, ну, РДМ тебе здоровье. Просто... А я убил тебя тоже из-за этого. Я тоже сейчас минус. Не очень хорошо. А у нас там, смотри, у нас 7 там 870. А я убил. Блин, я хоть и раз... Соло на свой дефолтный. Я хоть раз трейтером буду, блядь. Наверное, это кейк трейтер. Ну иди убивай, блядь. А лучше Андрей давай, чтобы у него там вообще было без дэмэджа. Просто, типа... Блядь, кто это тут полез по этой лестнице с Саной? А чё ты в детектива стреляешь, Андрей? Да потому что он меня столкнул. Что? А столкнул он тебя? Да. Или ты мафия? Или я мафия, или он меня столкнул. Типа мне Лёха стреляет по дефолту. Пизду, я уже не буду его убивать, потому что я так понял, это невыгодно вообще. Ну он типа только делает, что бегает, стреляет по всем. Байтит. Андрюх, попал хоть разок? Не, не попал. Илюх? Я лестница попал хоть разок. А броник купил? Броник, да, успел. Алексей везет себя подозрительно. Да-да-да, Мерф, я тоже здесь. Я к тебе спиной не стану. Ну и не надо. И Нексус у меня здесь. Брат Некса, это эти два человека, которые любят РДМить. Ну, ребят, блин, я работаем. Живой пример. Давай по стратегии прошлой игры. Говорят, что Дред. Говорят, да. Ну, убивай. Ты, чего? Так давай Ив, а, Ивфури детектив. Андрей, если ты не встанешь сейчас на месте, то я тебя убью. Давай. Встанет, ты меня слышишь? Может, это я тебя скорее убью, сейчас начнешь стрелять. Да, давайте его убьем и чекнем труп, потом если он не мафт у меня, я бы. Да на здоровье убивай. Давайте сразу обоих убьем. Погодь. Сука. Леха, ты меня проверяешь, давай? Да? Чекнем. Все, понял все. О, угадали. Не, Гайс, вы серьезно? О! Ты гонка. Серьезно? По-моему, Nexus, короче, своего убил, типа. Какая недавно фраза была про дэмить? Не-не, Nexus предложил это, вряд ли. Ну, и он и предложил своего убить, чтобы они спалили. Я в прошлом раунде так же сделал. Леха, зачем ты присел? У меня такой вопрос. Ты что там делал? Срал или как? Чтобы лучше прицелиться по мне, да? Пельканат сзади за брюком бегает. Ну, у тебя, понимаешь, второго шанса не будет, один шанс. А где Леха-то? А Леха на своей дефолтненькой, да. На своей дефолтной. Ебать. О. Кого? Соло давайте нет. Еще. Давайте соло еще следующего. Мне кажется... Но если это будет не соло, я Nexus убью. А ты идешь к нему? Я нет. Кстати, ребят, трейтером с минус 34% дэмэджа не очень играется. А он в темном, что ли? Точно в своей дефолтной, или он темный? Хуй знает. Лёх, ты где? В дефолтной я его не вижу. Это есть гитрайт, и у нас будет соло. Лёх, ты где? Бля, в меня кейк стрельнул, слышите? А нахуй он сделал? Иди бани его. Потому что он трейтер. Мерф трейтер.
Иди нахуй. Вот ты мерзкой, я бы ебанул его в ответ. Так, а сколько там кармы? У него-то кармы нету, у меня-то почти 1000. Я стал на путь исправления, мне нельзя ошибаться. Слышишь, ты что-то пиздишь, ты трейтер. Я бы тебя ёбнул уже. Какой у меня дозар, кстати, и мне кажется... Фури, писканавт. Бля, вот где эти фури, писканавты всякие? А, вот фури. Писканавты всякие. Ты что, на радаре их не видишь? Не, не вижу, тебя только вижу на радаре. А где Соло, блядь, заебал? Но он здесь же, в своем домике. А. Мы кроме кстати, все здесь. И Дезара. И Песконавта. Давайте Соло еще ебнем. Бля, Мерлинга мне жалко убивать. Давайте Соло. Нихуя! Блядь! Песконавт не выдержал! Блядь! Тихо. Убил. Я не знал, что делать вообще в этой ситуации. Ну ты прошел бы хоть куда-нибудь. Они на самом деле, там вот эта пачка, которая стояла на лестнице, они были на грани того, чтобы друг друга поубивать. Почти выжил. Ну да, я уже... Я просто смотри, я иду в песконавт, они типа стоят втроем там весь раунд, блядский. Просто весь. Да не, на самом деле, в этом раунде Игорь очень сильно проперся. Тут ничего не скажешь больше. Вот какие у тебя подозрения на меня были, скажи, пожалуйста. Ты начал стрелять в этого... Нихуя. Нихуя? Ну. А? Начал стрелять в офицера, дали инфу, что ты... Лёха, ты меня проверял, да, или ты аскал реально? Проверял. Стрелять в офицера, это уже зашквар. Ты ебашишь в офицера или в меня, того я ебашу. Приравниваешься к офицеру. Моя политика. Если меня ебашит офицер, то я не отвечаю ему. Понял. Надо быть офицером мафом, тогда будет политика, нормально. Политика трейда. Так, Лёха. Так, мы с Лёхой на соло стоим. Убивайте меня. О, тут два ладно, если ебашит меня, я при этом детектив, то вам просто пизда. Я сейчас возьму свой ствол, блядь, и буду вам в ебальник стрелять. Лол, в этой игре рисовать можно? Я слышал, кто-то нарисовал хуй. Да, за трейтера только. Понял. Точнее, слышал. Это со мной кто-то нарисовал. Ребят, играем. Ну ладно, я здесь соло, в общем, стою. Он что-то пытается бахать. Ну. Короче, типа... Ну, если трейдерам реально делать нечего, то лучше решать все быстрее, короче. 5 минут не обязательно ждать. Сука! В магазине бахают. Ты чё, ебанутый против этой хуйни лезть? Еще один, дай, Дезар! Я, пожалуй, просто постою, посмотрю на это. Ты чё, конченый нахуй? Я хуй знаю, чем мы... Нормально ты, комиссар, захуярил их. Отхуесосил малолеток, блядь. Еще вот эта инфа, которая пришла, то, что слышно только террористам, это, блядь. Да, а чё ты думаешь, я знаю, что ли, вообще, что это значит? Не подумай, резкий, блядь. А ты видел? Писканав, ну а чё ты комиссара-то не защищал? Ну тут-то явно ну, что чувак не свой. Да мне было знать. Вдруг да, ему сочетали. Не детектив, на самом деле. Они вдвоем на детектива прыгают. В смысле, откуда он тебе? Он не прыгал, Челатин. Он сидел, что-то я... терпел. Не знаю, что. Писканав понимает, что меня такой хуйню не взять. Не, типа Мервинг начал стрелять, он тебя убил, и потом... У него же выбора не было. Типа я спалился вот этой хренью. Да лол, я откуда знаю, что это такое вообще? Ну так это правда, ты правда сказал. Я уж потом понял, что я за КТ-шник такой слышал. Просто в том, что я ебал уже по людям стрелять, я и так и на сен там стреляю постоянно по всем. Лёх, давай после этого раунда сейчас кто-то... Лёх, забери, пожалуйста, да, просто... Ребят, гудку набери в скайпе. Ребят, ну, как обычно, я выхожу на свою работу, комиссар... Кексит, так, у меня 1000 кармы, я пошел играть в слабое звено. Писканавт, короче, если ты мирный, то, типа, кто стреляет в меня, то я. Да. Хотя... Андрей, ты промахнулся? Мак, сейчас доиграем раунд, тебя пустят. Ты видел Кэфа, кстати? Я только встал, блядь. Короче, прочитай, что я тебе написал, прочитал, что написал, и дай ответ, пожалуйста. Очень важно. И это быстрее надо делать. Хотя потом что-то мутить. Блин, это... А по поводу кого тебе дать ответ? Не, мне надо... Ну, ты типа, у тебя есть ссылка на таблицу или на что-то? Блин, если это Лёха с Андреем, это такой забей. Ты ебать, кто-то бахнулся? Я слышал это. Да, Ефьюрис с этой прямой упал. Бэдли ваундед он.
поэтому... Давай ты Дезара кикаем, и Фурих тебя болтает с нами. Не-не, сейчас мы раунды играем, тогда... Ну, понятное дело. В этом кастинге болтливых ребят выиграл. Бля, Андрей, давай я тебя убью. Хочешь по ПВПшиться? Игорь, а че ты сюда залазишь? Ты просто раз... Я всегда тут лазю вообще-то. Да не пизди. Короче. Ну. Короче. Где? Выбавьтесь. Ебать там замануха в доме. Бля, это не они. Мервинг, Соло... Я даже готов килл написать на самом деле. Так кто кого ебанул? Я всех ебанул. Я иду тебя ебашь, что ответ? Хуй знает, они вдвоем бегают, блин, стреляют по кому-то. Мерв, да я... как ты думаешь, почему я стоял соло сзади и шотган ему в голову направил? Ну ты не стрелял в него, когда он с кого-то скаутки стрельнул. Он стрелял в скаутки в ящике, Мервинг, я смотрю еще, когда человек стреляет. Где? Да пропусти. Мервинг, давай признавайся. Я не пришла. Ты ебанутый? Почекай труп, быстро почекай. Чекаю. Я тебя понял. Чекается, блядь. Баг. Ты нажимал, Игорь, да? Как я буду нажимать, а трейтер, блядь? На самом деле... работает, у трейтера работает. Это у тебя одного не работает. На самом деле, я считаю, вполне можно самое друг друга хуярить. Просто вы хоть раз за трейтера поиграете, когда у вас минус 3-4% дэмэджа, вы поймете, что это надо выборочно очень делать. Так это кого-то ебашил, что ли, или что? Я в прошлом раунде, там, или в позапрошлом, чуть ли не троих захуярил. Так что там, Ефьюри или что? Он? Нет, я про то, что ты как ощутил. Голову видишь, что когда на X говорят, типа, они руку к уху прикладывают. Да-да-да, а, короче, в CS 1.6, ой, в CSGO прикольно, там, когда слепят, там. А кто умер? Так, надо успеть кикнуть его, какой у него ник. Дезар или Ефьюри? А кто был-то, Андрей, старый? Я опять так же застресситься хотел, там типа вылазил, какой пароль. Ну я упал. 10-10 пароль. Не, я поменял. А, ну все. Сейчас я его кикну по фасту. Кого? Пароль. Ты его уже кикнул. Нет, еще один нашел пароль 0101, заходи быстрее. Лех, а вы завтра играете в турнир, типа, и вы в Фнатике стопудово выходите, но все равно играете, типа, да? Или как? Ну я точно не знаю. Лол, так ты не в горе с моде. А чё? Сейчас народ налетит. 3-2-2? Ну... Нет, я просто спрашиваю. А чё, договорим? Давай. Кто-то стримит? На самом деле, если серьезно, то я просто интересуюсь тут. Ну, надо же знать инфу. Давай, лупи всё, что есть. На кого? На Фнатика? И на тех, и на тех. Блядь, я буду... Хоть раз. Да, Игорь, надо было быстрее доходить, ещё кикать надо. А, кстати, для инфы один трейтер, если чё. Удачи ему. Да. А я не могу его ник увидеть, чтобы он кикнуть. Ну, типа, всемиром вообще не вариант, конечно. На самом деле, я предлагаю трейтеру написать килл, когда гудок зайдет. Заходи, пароль, кв-кв. Как ты думаешь, Nexus хоть один трейтер напишет килл, когда зайдет гудок? В принципе, да. ПТСики набивать будет. Лёх, я просто к чему спрашиваю? К тому, что, ну, ты говоришь, типа, вам выход есть. Заходишь в гудок? А там, типа, у всех одинаковое количество очков, я просто не знаю. Нажал, заходится. Ну, вообще, можно было пароль написать и не говорить, тогда бы я стопудово зашел. Ну, это так. Ну, это задержка. Но это свернуться, задержка есть для этого. Мы просто сейчас так и заходили все, потому что... Из народа брали. Так, я пароль меняю. Ребят, Ефури подозрительно себя ведет очень. Меня писька она обстрелил, но промахнулся с дробаша, короче. Такая... Ну как сказать в тебя? О, это кто? Я о, понял. Ой, я пошел отсюда. Как сказать, я в тебя стрельнул? Ты стрельнул около меня, я стрельнул тоже около тебя. Ну, умер ты сейчас вообще с ваншота от чего-то дальнего. А вы видите, что труп валяет, гайс? Ну да, человек о нем рассказывает как раз, если внимательно понять его. Понял. Это было со стороны, где вот этот... Блин, не знаю, как сказать. Слева от мельницы, соло. Если смотреть из окна мельницы. С позиции соло? С позиции соло, походу. Где-то оттуда, да. Примерно. Гайс, помни, это Мервинг? Блин, я был рядом с тобой. Как я мог убить? Не, ребят, не Мервинг. Ну давай.
ублюдок. Сказал, ты говоришь, что соло стреляет во всех, но, по-моему, это ничего не отличает от раундов. Соло, в принципе, убьют, мне даже жаль на него тратить. Да этот Юфьюри что-то вплотную... Он типа бегал за ним, соло убивает меня, стреляет в остальных, и Юфьюри бегает за него стоит. Я думаю, когда он же решится уже. А Лёхе весело, он даже на одного трейтера... В смысле? Он трейтером был? Да! А я тебе... Бля, он походу у Нексуса софт какой-то скачал. Ему прёт за... Лёх! Я типа сижу, человек скажет, что меня убьет по соло или нет. Лёхе прёт за то, что он тогда ни разу за игру не был трейтером, сейчас он через раунд трейтер. С Персия, всё правильно, как в рэмпинг матчмейкинг. Нет, там не так. Веришь в дисперсию? Верю. Ты же покерист. Покеристы не верят в дисперсию. Дисперсия у спектры. Это... Вот. Только такая дисперсия есть. А чё, какие правила? Доброе утро, Максим. Здорово. Макс, короче, Андрей побегал с кармой 780 и минус 34% урона и понял, что как бы никаких правил нету, если хочешь, хуярь своих назад. Блядь. Ай, упал. Короче, а что, дробовик мне сразу дали? Потому что я его в тебя дропнул. Ща подойду. Дестрой из-за... Канав закупался. Меня опять стреляют. Ты закупался? И почему-то детектив опять меня стрельнул. Ты стрелял? Закупался сейчас? Чё купил? Ну, в меня стрельнули с окна сверху, вот это вот... Я понял, чё купил, пизканавт? Чего? У меня, смотри, у меня на коллеге сейчас Мак 10. А, ну хорошо, я понял. Да, сори. А чё ты, блин, смотрел, вкус стоял ты мне? Я его, ребят, честно, по фишке соло убил. Вообще, сейчас этот, я хотел подобрать пушку, потому что у меня был Мак 10, который был глючен. А, ты на пушку смотри? Да. Блядь. Лёха опять шлёпает по кому-то. Nexus. Бля, сори, пизканавт, реально, чё-то... На тебя это правило не действует, я просто забыл, что ты неопытный. Блять, мне сейчас только... Хп сниму, то если снизит. Вот так если сделать, как я, то нет. Блять. Макс, блин, пока отходил, меня убили. Так Нексуса ищем, сказали. Ан-2 вообще-то мафа так-то. А на С8? Да. Меня тоже кто-то бахнул на соло. Стрельнул. Что? Меня кто-то стрельнул на соло. А, все понял, инфа. А на говне был кто-то? Очень разные позиции, Кекс. Не надо их сравнивать. У нас помимо соло, кстати, есть еще Нексуса точка. Да, точка Нексуса с телепортом, она там обычно. И Нексуса действительно рядом с нами нету. Но еще не забывай, что и второй маф. Андрей, я свой, честно, потому что я убил чувака, типа. Ну вот и вперед он... идем, и на меня есть, не целимся. Есть точка. Кто сейчас прицел на мне будет держать, того убью. Ладно, пошутил. Мне так мало кармы. Андрей, я, короче, первый дом сейчас кого-то назвать. Чё? Потому что... Вы вместе работаете, остальным не надо... Нет, верить. Причин к тебе верить. Бля, я убил пизканавта вообще без палева, и, ну, блин, я серьезно думал, что он, типа, закупается. Стал бы я, вот, как маф убивать его, ну, сам подумал. Да. Да, ну, давай, где ты... А, кстати, он... А чё Максим стоит целиться с нами, Хёрд? Блядь, а чё мне делать? При мне, а целится он, потому что он мафия, наверное. Короче, Нексус... Да? Вон, спрятался! Это чё... А, это Лёха веселится, я понял. Смешно, Лёха. Теперь не веселится, не я очень, пойдём курить. Из этой, но у него телепорт где-то сзади стоит, я думаю, на клагоне. Он стоит на мельнице, Андрей был. Пойдем, поработаем. О, с гудка, гудок ебашит Лёху. Андрей, аккуратно. Упал он. Не, он не упал. Всё, готов. Андрей, ну... Что, у шерифа какой-то армор с блейдмейлом, что ли, или что за молнии? Не-не, это... Максим, а я тебя заподозрил. Да, я... А, ну все, Андрей, пойдем, Игоря додавим на башне. А прикинь, сейчас поворот будет, если я тебе хуйну в голову сзади. Ой. Вот это будет здорово. Да, но, к сожалению, Игорь молчал весь раунд и даже не оправдывался, поэтому точно вон, пойдем. Так, может, он умер уже. Телепорт сделал, вы что, ебанутый? Или умер, да, кстати. Не-не. Я хотел в окно закинуть, Андрей, отведи там гранаты сейчас. Все, пойдем. О, ты хоть бы фонарь вырубил. Толку. Я не слышал инфу про телепорт, типа. Я говорил, что ты там можешь телепорт обычно поставить. Как это можно было не слышать?
Почему я слышу, а вы нет? Кто это все слышу? Ну потому что ты внимательный, ты трейтер, а я, блядь, иноцент 28-й раз. Мне не очень. Знаете, он кричит. Бойс-чат. Кто может не слышать? А мы не слышали. Не, я слышал Nexus Traitor, я слышал. Ну, я. Nexus Traitor я слышал, но то, что телепорт, он я не слышал. Я тоже слышал телепорт. Далеко, он далеко был. Трейд слышал. Ну, он далеко от меня, значит, был. А гудок, да, что-то такое. О, 10% дэмэджа всего. Макс, мне к тебе тогда вопрос. Ты знаешь, сколько человек из группы на МЛГ выходит? Сколько команд? Не знаю. Это Reduce, это не 10%. Наверное. Команд. Чего? Ну, это у тебя 90% дэмэджа. Спасибо. Спасибо, что посчитал. Ну, ты сказал, что у тебя 10%. Ну, я глухой. Ладно, дайте мне доесть уже наконец. Ёбаный в рот. Я тоже опять иносент. Пацаны, вот у меня болит зуб. Как думаете, я въебал уже таблеточку кетерола часа 3 назад. А сейчас въебал еще пенталгина таблеточку. Ничего так со мной не будет? Я не шарю. Думаю, нет, Лёх. Да нет, это не такая. Повтори еще раз, что ты выпил, а то уже это выпьет рейтером через раунд будет. Смотри, что это такое, Макс? Иди сюда. Да пойдем покажу, ёпта, бля. Да. Знаешь, что? Знаешь, что скажу? Смотри, видишь вот эту хрень? Вот, да, бля, это ушел. Да иди сюда, пожалуйста. Я вам скажу, что Ефюрин в одном раунде ничего не сказал, а тут вдруг то, что он заебался. Ефюрин. Не, он просто. Ну, не он просто нам тоже говорил какую-то такую. В смысле, не сказал, он говорил инфу постоянно, он бегает, что-то будет сейчас рассказывать. Не жаловался на то, что он это. Не, он жаловался. Что-то как-то, кекс вообще не смотрит на меня. По-моему, он это, палю наведет. Да, он меня еще звал. Тихо, убей меня. Я звал, пойдем. Вот смотри, со всеми, пойдем, Гудок. Ребят, мы с Гудком идем, я ему хочу кое-что показать. Андрей, пойдем, тебе покажу. Пойдем, а где ты? Я вот, я на лестнице, пойдем. Чувствовал пока. Уже битый. Так, сейчас телепорт только на восьмерку, да, все, соло хорошо. Соло падал при мне, но это правда не отменяет того, что он может быть террористом. Гайс, пойдите кто-то со мной тоже. Пойдем. Четвертый, ребят, четвертый нужен здесь. Я заел, куда идти. Макс, тихо, не пались. Пойдем, Андрей. А если у вас два террориста? Четвертый сюда. Короче, ладно, я с Кексом и с Максом. Ну. Ага, а если у вас два террориста? Видишь вот это, нажми. Давай, нажал. Ну подойди вплотную, нажми на вот эту кнопочку, которую видишь, у тебя написано, да? Какую кнопочку? У тебя написано там, типа, телепорт? Там? Я не могу идти сюда. Все, понял. Проверенный. Отлично. А что там должно быть? Мафия там телепортится может. Телепнулся! Кто телепнулся? Кого нету? Дред, Максимка, Фьюри, Дред. Дред, Избэк. Я тут, пожалуйста, хватит меня убивать, я вот здесь. Лёх, Мерф Мафии был. Где ты убил его? Где Мерф он был? Я в Дреде. Не, ну надо. Да это будет твой дом. Не, я согласен. Не в хуре целится у меня, ребят. Почему ты меня убил? Ну ты в них кого-то стрельнул. Так я ни в кого не убил, я стрелял просто. Ну, ты стоял на месте, я решил, что я могу тебе в голову попасть. Легкая мишень для Мирвинга. Леха, у тебя сильно горит просто. Рефлекс. Где гудок? То есть то, что у тебя 800 кармы, Мира, тебя не смущает. Вдвоем, ребят, мы с Максом трейтеры. Так, да? Ребят, мы с Максом трейтеры. Давайте, убивайте нас. Так, у меня инфу дал. Мне везет, и я играю. Короче, знаешь, Мерф, я тебе могу посоветовать, на самом деле, знаешь, кто Маф? По-моему. Да я знаю, кто Маф, он бегает, мансует. Бля, ладно, дисконнект. Хорош. Достался? Мерф, ну что, давай следующих. Алексей, заходи обратно. Меня убили. Кто? Со скаутки кто-то. Я. Есть врач. Короче, ребят, Мервинг мафия. Слышь, ребят, Мервинг чекать может, он не мафия. Мервинг. Я трейтера убил. Хорошо. Ребят, потом убьете меня. Мерв, стой на месте, потом меня убьют. У меня карма мало будет. Ой, ребята. Окей. Нужен врач. Есть на стриме врач? Лех, я пытался, короче. Как так? Не везет, блядь. Алексей, у Мервинга сейчас будет минус 30% дэмэджа. Удачи ему на трейтере поиграть. Мервинга? Он такой уёбок, пиздец. Он меня тоже один раз убил. Я предлагал давно кикнуть его. Я так понял, меня опять всех убил. Невинность. Лёх! Опа! Лёх, они сами друг друга убили.
А почему рестарт? Простите. Время вышло. Потому что у меня мало это. Час пошел, да. Хожу весь раунд, прошу меня не убивать, потому что я задолбался мирным умирать. Меня опять убивает. Лех. Другой мирный. Да, потому что я убил одного, я убил только комиссара. Кто? Кто ли? Они перебашили друг друга. Тредыч, мирный куёбок. Я знаю. Андрей, а ты что, не нажал на телепорт или нажал, я не понял? В смысле, я там же стоял. Ну ты нажимал на нее, там просто на ней всегда телепорт. Нет. Ты видел кнопочку? Го, можешь карту другую, да? Не, карта хорошая. Мне эта карта нравится. Слушайте, а можно как-то поставить, чтобы больше очков, больше кармы снимало за убийство своих? Не это знаю. Было бы норм. Если бы прям, блядь, ты своего одного убил, у тебя минус, не знаю, 20% дэмэджа. Ебанулся. Ну это слишком жестко. Это было бы как раз таки нормально. Да, я бы был бы очень рад этому, потому что я каждый раунд умираю от своих. Хотя по сотке тогда. Ребята, а я за прошлую 10%. Карту, за прошлую катку, а именно за час 15 ни разу трейтером не было. Ха, прикольно. Зато да 5 раз. Ты в начале 3 раза подряд был. Вот куда ебись, он взорвался, сразу трейтер. На другой карте был, там таймер. В смысле, Гудок не был трейтером? Не был, он первый раунд, как он взорвал. Да-да-да, Гудок как только зашел, сразу трейтером стал. Короче, ну вы, ребят, это, вот с этим Тим Киллом вы что-то разошлись, реально, вы сейчас проебали раунд очень жестко из-за своей тупости. Ну меня Игорь убил. Начали друг друга хуярить. Ты охуевший, сука, я тебя сейчас возьму. Хули ты смеешься? Я сейчас гляну, кто ты. Я его убил, но я гляну, кто он. А он мирный. Ну вот, Мервинг заслужил, по-моему. А чё Нексусу не отняли эту карму? А её в конце раунда отнимается. Ну типа... Ты, а ты хули ты гранаты кидаешь в меня? Ты конченый? Блять, опять разбился. Ёбану рот. Я его труп зачем? Я, короче, опять разбился, я хз. Сверху горят... Стреляют сверху, стреляют. Стреляю сверху, ребят. Залп. Понятно, Андрей, короче, все с тобой. Макс, я Макс, сзади попал кто-то в меня. Соло. Соло попал в меня. В смысле, ты стрелял только что в гудочка? Да, не, он стрелял в Нексуса и убил его. Он стрелял в гудочка. Вы можете посмотреть. Он на только воздух. А, и меня стрелял. Ох, блин, Андрей. Сейчас я подымусь, найду где под... Где он? На мосту. На вышке стреляю. У меня дробовик, я тебе... Вон, Соло стреляет, слышите? А где? Ты нарком. Он где на он? Был. Где он? Вон сзади. А, это комиссар. На вышке. Дреда вижу. Да. Соло на вышке. На этой, на которую взрывать могут. Бэт Лёха нулевый. Спустился Лёх? Блять. Дуэль. Андрей. О? Там предпоследняя прям... Это было без палева. Блять! Нормально мучишь. Ну ёбаный в рот. А чё ты сделал? А вы забрали у него телефон? Нормально, да. Блять. Прости меня, Гудок, я, блять, залошил. Гудок, хуярь его. Лёх, я в тебя, по-моему, раза три попал. Один раз точно, когда ты спускался. Давай решот, он под тобой. Я думал, Андрей вторую там на мосту отормается. Только эйршот давай. Блять, ну какой я мудак, мне первый раз дали, блять, я кнопки перепутал. Я, короче, Андрей, прикинь, нажал, во-первых, спину не убил, потом нажал телепорт и пометил точку, и в нее телепортнулся, ну пиздец. Mm. Нормально, да? Короче, Алексей, 10 баллов. Лёх, кекс начал раунда. За прыжок 11. Нет, я не успел. Короче, я видел начало раунда. Короче. Лёха изначально залез на вышку и просто убил меня, короче, под носом у детектива, все... который ничего не подозревал. Вы все пробегаете, короче. Бля, я не знаю, по-моему, минус 6 стал в этом раунде. Ты всех убил, я умер даже не упал никого. А, ну да, минус 6. Короче, нет, ты не минус 6 дал, меня короче рядом. Понял, смотрите, го со мной, покажу, как было. Все такие пробегают сюда, один писканавт отстающий такой идет, грустный. Ляп умер, никто не заметил даже. Тушка лежит. Потом чуваки втроем в ряд выстроились, я двоих убил из трех. Бля, Лёх, ну тебе весело было. А я пошел в тайную комнату, поставил там телепорт, бегу, пропускаю Гудка, пропускаю этого детектива, говорю, он Лёха на вышке, хочу в спину убить, и, блядь, полный лошара, короче. Пацаны, я инесен, что-то заебало меня уже мирным быть. Сука. Блядь, я первый раз был и проебал. Я, короче, сейчас точно иносент, ребят, вообще без базар. Макс, ты где? Ты же мне доверяешь, правильно? Андрюх, ты иносент? Не знаю. А давай подсадку сделаем, брат. Иди сюда. Бля, знаете, как грамотно быть детективом? Давайте вот сюда, прям на дом залезем все вместе. Залазьте на меня кто-то. Где ты? Я, кстати, так и не понял, что детективы замолвили. Давай, ну-ка, присядь.
Молния там дизейбли, там вообще не убить под него. Ну-ка, давай подсадку. Я застрял в тебе, братиш. Дальше подсадку. Я застрял в тебе. Лол. А, меня мельница убила. Мельница трейтер. Хуя ли мельница? Убила, но хп 10 сняла. А, ну тогда все. Карма отнимет нормально. А вот теперь тебя не мельница убила. Я пойду посмотрю, кто мерв. Я посмотрю, Андрей, я тут. Мервинг слишком подозрительно себя вел. Трейтер. Хорош. Трейтер. Видел, зачекал. Лол. Ты нормальный мерв? Да. Давай, я не знаю, я просто стоял, Андрей меня зардемил. Ты нормальный мерв, сказал Игорь. В смысле? То есть он как бы напарник. Я тебя не рдемил, ты просто слишком сильно был удивлен тому, что тебя продамажили. Типа, смотрите, мол, что, зачем, почему? Блин, действительно, ты стоишь, и тебя дамажат по одному хп. Ну, если бы ты был мирным, ты бы так вообще внимания не обратил. Это из разряда, поставь мне хилку прочно. Если бы я был бы мирным, я бы сразу бы орал, меня стреляют. Андрей, я тебе верю. Меня только что стреляли с этого, с дома за позицию. Мервин, я тебе верю, пойдем вместе работать. Мервин, тем не менее. Ты бы орал бы не это, то, что ты сейчас орал. Ну, я тоже самое бы орал. Андрей, смотри, ты знаешь, что можешь делать? Иди, вот встань в угол, убери оружие, если я тебя не убью, значит я мирный, согласен. Где? Вот, в угол встань. А, я так. Давай. Лицом к стенке. Давай. Лицом к стенке. 3, 2, 1. Все. А, видишь, я мирный, правильно? Все, да. Пойдем работать. Пойдем. Вот так вот и находят себе друзья мафиози. Да, Нексус? Че, да. Я детектив. Так я про то, как я в прошлом раунде. Ну не в прошлом, а тогда на горе. Как я тебя за себя направил. Так, все, Андрей, куда? Куда работаем, по какому направлению? Да что-то все ваун тут бегают. По направлению, то, что трейдер. Писюха или как его там? А на соло есть то? Писконавт? Да, писконавт, почему еще? Писконавт, мне кажется, один там где-то тусует, сука. Гайс, на соло есть то? В смысле? В прямом. Не, на Нексусе кто-то. На Нексусе? На Нексусе Нексус. А, слушайте, тут кровь какая-то, Гайс. И фюрер со мной на верхнем этаже. Кровь, действительно. Пойдем, Андрей, работаем. Толкни его, чтобы он спрыгнул. А это кто тут сидит? Смотри, кто сидит на толчке? Андрей видел? А, соло, я сомневаюсь, что мельница пройдет, толкай его. С палочкой, с палочкой. Писконавт, ваундед. Да не получится. На 6 и на минус 1 попробуй. Я ваундед, потому что мне стреляли вот отсюда, где вы сейчас стоите, это было минуты 2 назад. Ну, внизу кровь. Слышь, но на этом месте обычно известный игрок команды RockSkiz стреляет. Известная команда RockSkiz и Inadequat. Мне кажется, непонятно, кто там. Почему все костные? Вы что, ебанутые? Иди ставь хилку. Нексус маф. Хилки. Блядь, не пали. Первый раз нормально попал. Поставьте Нексу в натуре. Мне кажется, гудок маф. А где Лёха? Мне кажется, маф ЛС. Или маф делает то, что делает Лёха. Лёха, ждёт, почему? Все друг друга убьете. Лёха, зачем ты носишь штуп Мервинга? Его уже спалили. Лёха, ты подозрительно. Он баскетбол играет. Лёха, не надо! Тиммейты все. Игорь, видишь, я стою сзади, я тебя не убиваю. А мог убить бы легко и это вообще не смог. Короче, Гайс, Лёха стоит на вышечке. Если её сейчас подожгут, то... То это Лёха, правильно? Ефири, что ты меня стреляешь, лоу? Получается, не, Лёха страдает хуйнёй, когда он не маф. Он типа ждёт, когда... Да-да-да, ждёт, пока наконец удача повернётся к нему лицом. Короче, то есть не я, не Писканав, Ефири, либо Гудок. Но я больше глотку сломаю. Я сейчас балку сломаю, на которой Лёха стоит, он упадёт сейчас. А ты не боишься ему ногу сломать, и он упадёт? Ты, кстати, на... О, всё. Заснял Лёха. Ты, кстати, знаешь, что если ты стрельнешь него, когда он прыгнет, лол, то он может суициднуться? Меня кто-то бахал. Это гудок. Куда? О, лол. Это Писконавт. Писконавт, да ладно. Где он, Андрей, дай инфу. В тёмном доме по миду. Все, темный дом по миду. Да, действительно, Хёрд, Писконавт. Писконавт, как дела? Ты? Не ты? На стриме смотрел? Да. Блядь, пернатый меч. Да, что, ни одного врача на стриме нет? Ладно. Где он? Где Писконавт? Лёх, чё тебе? Писконавт у меня на мушке. Это ролл плюс. Я на самом деле подзаебался. Каждый раз, когда я предатель, второй предатель умирает в самом начале раунда. А кто был, кстати, образовал? ЛС, просто ЛС. Бля, прикиньте, я убил Писконавта, у меня сотня на кенде. Ебать, что это? Просто Мервин все время умирает одним из последних, выпадает мне предателем в пару, и он умирает самым первым. Это карма.
Ну, я тебе говорю, чем килить можно, но вот тут карма просто существует. Короче, т-т-т... Карма... О! Карма... Сколько команд? Ты килл пенальти. А вот сколько стоит по дефолту? Килл пенальти. Килл пенальти 15, килл маунт 450. О, автокик задаем. Раз в 50 повысили. Ну нам... Типа карма пенальти надо побольше, может. Просто да, чтобы карма пенальти. Чего все разобрали пока это? Чтобы карма пенальти раз в 3 было больше, тогда игра пойдет. Вы думаете реально, что 15 это один дэмэдж? Ну я думаю, да, что типа, блять. Что типа около там. Ну там может какая-то определенная единица измерения, я не знаю. Тысяча кармы, наверное, это 1000 дэмэджей есть, ну типа 100%. Типа допустим, бьется карма, это минус 10% дэмэджа. Чего-чего карма? 1000 карма это 100%, то вот, есть... Вот, например, 10... сейчас у Nexus 956, карм... это 95% карма дэмэджа. 10 карма это 1%. О, пацаны, детектив. Ребят, торгую этими. Пацаны, смотрите, что у меня есть для вас. Китайский едой. Смотрите, пацаны. А ты где? О, микроволновка, пойду еду жарить. Я буду стоять на этой штуке. Ты же можешь верить, Лёх. Ничего. У меня есть палка. И ДНК сканер. Так, я утаскиваю хилку отсюда. Медленно, наверное. И Фьюри за мной что-то носится. Не трогай хилку. Я как детектив должен защищать хилку, понимаешь, Мир? Ну, а я лечусь как человек, у которого не полный ХП. И мне пизжи я понемногу. Кто-то стреляет. Бля. Ну и Фьюри, короче, весь раунд подцепился. Я стрелял Андрюха вроде. Откуда? Это вряд ли, Лёх. Ну, с мельницы. Ой, вот с мельницы. Он, потому что он слишком как-то активно после этого ориентировался. Окей. Я фул хп. Кто там? Кто кого? Бля, я не типа с... Очень много людей. Я типа с мухой не могу на мельницу лезть. Бля, у меня по чепу лучше. С рейнджа лучше. Кто-то, кто сверху на мельнице стреляет там по всем. Лол, какие вы нулевые. Не, слышишь, я ему в голову дал, я не знаю, чего не сдох. Потому что у него армор. Сука. Лёха с какахами надавал ему. Лёха, Петрила, стоит около этой фласки. Напивается. Возле фонтана, да? Игорь, ну я тебе, по-моему, очень хорошо надамажил. Ну да, но я тебе тоже. Не, ну у тебя арморчик. В натуре, Игорь, скажи, кто второй. Вы что, не видели, что он сейчас сделал? В чате. Кто-то? А, видел. Ну, а что тогда? Ну, я увидел только, когда ты написал. Бля, загуглите кто-нибудь, мне так впадло. Спасибо, Игорь. Мервин, ты владеешь гуглом? Что тебе загуглил? Можно пить дохуя таблеток обезболивающего? Три кетерола, это нормально. Да, но ты можешь... Нормально? Не, я ебанул две кетеролы, не, одну кетеролу ебанул часа три назад. И сейчас уснуть можешь от этого. У меня несколько этих. Не, ну у меня даже печень назад. Печень не умрет? Не отвалится? Нет, печень. Я бахал три пачки кетерола. Забей, я говорю, все, что максимум будет, это ты уснешь. Точно. Я просто таблетки вообще никогда не пью. Типа сейчас у меня... Тогда болевать еще может, если ты никогда не пьешь. Кейк по мне стреляет. Ладно, просто я ничего. Убил. Нет, это говорить не обязательно. Хотя, Игорь, огромное спасибо за то, что ты сказал всем, кто мах. То есть, как я сказал всем. Ты же сказал, типа, что-то. Вы что, не видели, что он сделал, а потом все таки, а, я увидел все. Так это Мервинг, который мертвый. Ну, Мервинг. Так это мертвый, только видел. А, типа. А, у Максимка здорово. Нормальная позиция. Макс, короче, я тебе хотел сказать, но подумал, что это будет нечестно. Террористы могут поджигать эту вышку с ранжа любого, нажав на клавишу Е. А еще террористы могут на ногу с собой. Игорь, я не мог тебе на вышке помочь, типа у меня пушка была полная дерьмо. Все нормально, там троих-четырех разъебал. Они все туда полезли, короче. Лёха кончено, он стоит хилиться. Вообще мне, по-моему, дэмэджа тупо не хватило из-за этого штрафа, я бы ебанул. Ну вот, пожалуйста, пожалуйста. Кстати, а чё, штраф поставил побольше, Мирвинг? Не, все равно на следующем раунде только будет, следующий раунд через час. Понял. Ну и к тому же мы не знаем, там несколько команд, какая из них рабочая.
Ну заранее там, просто поставь. На самом деле много веселых команд, я пошарился бы. Если бы Некс еще не пиздил бы мои ганы. Было бы, короче, которая вот команда типа штраф 15, поставь его просто 45, например. Можно поставить 1000, но и установление 1000. Кокаин, блин, ну, не 500, если зуб. Не, это бред полный. Типа, не, 500 много. Хуже, просто 40, 45 плея. Поставь. Просто да, поставь 45. Да, который 15, это штраф типа за то, что по своим стреляешь. Гай, Гай, сидите в жопу, я пойду куда-нибудь. Карма пеналти поставь, типа 45 релиз. Гайс, по мне Леха бахает. Потому что ты мафия. Ты ему дай. Слышите, пацаны, хуя я у... пацаны, я упал, мне бахнул Леха, дайте, пожалуйста, хилку. Кто у нас этот самый? Ой-ой-ой. Андрей. Я чего? Очень Юрий, брат. Проницательный? Очень проницательный. Добей его и все. Давай, парни, иди сюда, Андрюх. Где давай, он? Давай. Где ты? Давайте Леху ёбнем. Андрюх, не-не-не, Андрей, Лех, я тебя не вижу. Где ты? Андрюх. Давай. Че, он опять закупал? Скажи число от 1 до 7, Андрей. Лех, число 6. Вот это хилку поставил. Да. Какой-то хуйней пахнет на самом деле. Не-не-не. Сделай побольше, пожалуйста, чтобы не было такого. Гудок, гудок, гудок. Гудок с пулемета хуярит. Ля, гудок. Ты не со мной попался на такой хуйне. Гудок впрягся за. Я написал, хил, дай. Не, гудок, гудок, это респект, я красава. Брат за брата. Ты знал то, что ты не вывезешь, но ты пошел. Андрюх. Я. У меня просто послание свыше было. Просто, может, я много колес въебал. Ты просто, да, под наркотиками, блядь. Кто-то сказал мне в правое ухо, это Андрей. Так, Андрей. Вот этот голос. О, что-то начинает фризить уже. Или это... Ох, вейт. Нет, поставил, нет? Чё? Поставь это, ну 45 реально. Следующая карта только будет. У вас не фризило сейчас? Может рестарт тогда, я поставлю. А мы можем следующую карту попробовать, слышите? У меня фризит уже, парни. Если фризит. Прямом. Лагает? Под пинг-пулгином. Лёх, а что если бы я сказал число 2, например? Ты бы все равно ебанул меня. А если не мафией буду уже сегодня? Я вообще никогда не пью таблетки, но сейчас меня заставила моя девушка выпить, потому что я ною весь день все. Ну хоть детектив. Блять, это нормальная тема. А к зубному врачу не думал сходить? Блять, ну если у меня зуб заболел, блять, в 7 вечера, что мне? А, понял тебя. Я думал, у тебя все эти дни что-то болело. Я вообще, я последний раз у стоматолога был, наверное, лет 7 назад, у меня никогда не было проблем с зубами. Все забыться. Я был лет 10 назад. Ну вот, и походу завтра пойду, сегодня уже. Блять, я уебался. Ну ладно, это не важно. Перестрелки по ДХП потерял, отмазываешься. Два на соло стоят. Гудочек, число от 1 до 7. И чё, 6? Эй! Трейдер. Гудочек, трейдер. Гудок, гудок, ой, дред, 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 второй. Дред второй. Он бьёт, да-да-да, гудок, дред. А где он? Ну так убей его, чё ты на него смотришь, эй, дред. А у меня кажется стрёмным то, что... Это нормально, нет? Они второй раунд подряд. Ты нормально, нет, я в Фьюри вообще? Стоишь? Блять, и Фьюри стоит и... Гудочек. Как так-то? Да лё, вот это, вот это... Трейтер. Да нет, вы базарите, типа, короче, начинается. Это нормально то, что они второй раз подряд в мафии вдвоём? Мне больше понравилось, как я сейчас переписал. Гудочек. Почему 6? Я опять умер, но во благо. Не знаю, почему 6. Почему я трейтер? Гудочек, почему 6? Не Андрей знаю, пригорел, там начал трейдер отвечать за брата. Так мы с Максом, если попадаемся, ребят, блядь, до конца. Ты что начал отвечать? Пацаны, не говорите 6, когда буду спрашивать. А я скажу в следующий раз. 6. Просто ты говори, одновременно начинай стрелять Леху. Все нормально будет. Сука. Кстати, этот пидорас еще очки зарабатывает, получается. Тебя убил. Давайте так, если чувак подходит к тебе с авиком в упор, просит там назвать число от 1 до 7, ты трейтер, тебе нужно сказать 6. Нормальная тема. Хорошее правило. Давай. У кого карма много? Вернее, мало. А где ты? Пока. 6. Не-не-не, все. Точно? Да, 5. Я пошел. Лех, назови число. От 1 до 6? Да. 6. Ха-х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 а-
интересно, это предусматривается? Такая функция. Мервин кинул гранату у нас, если что. Он в меня тогда тоже кидал. Это, кстати, взрывную не я кинул. Не-не, ты кинул, я прям... Я кинул дисмембер. Взрывную еще кто-то кинул, помимо меня. Дисмембер — это и есть взрывная. Доброе утро. Дисмембер — это станище парализующего тут. Короче, у меня есть подозрение одно. Слушай, подозрение? Блять! Интересно, это долго продолжаться будет еще? Не знаю, да тут что-то видишь. Ребят, а так что, мы уже знаем, кто этот самый. Кто? Кто? Вот этот мудачек. А, мне кажется... На Нексусе, да? Где мы должны переименоваться в Кене, по-моему? Извини, чувак, блять. Извините, блять. Я типа... Я не знаю, потому что из всех, кто там был, я что-то я заподозрил. Я не знаю, что со мной. Я уже привык, это каждый раунд. Всегда, когда они виновен, заподозривают меня. Да, вот надо пенал типа больше и типа окей. Будем гамзать. Мне кажется, тогда в лотерею никто не захочет играть. Слушайте, точно... Только если 6. Слушайте, точно... Да точно, точно. Ну это забей, чаще мутится. Точнее некуда. Я же знал, что... Пойди нахуй! 6. Затыкал, палочка. Надо было, когда ты подбегал, тебе надо было сказать, назови число, Nexus. Сука, палкой зуб. Nexus, я хочу сыграть с тобой в игру. Андрюх, как ты узнал? Все 6. Че ты рисуешь на стене? Белый-белым на асфальте. Бля, мне, кстати, и так нормально. У меня 902 стало, при том, что я одного убил чужого, одного своего. Не стреляй. А ты пеналти повысил? Нет. Ну ладно. А давайте повысим. Мы умеем повышать? Нет. Ну пеналти. Дарма, пеналти. Только надо рестарт сделать. Давайте на карту заодно сменим. Ну, на мапу, да. Да охуенно мапу. Не, ребят, по-моему, она самая пиздатая, и у меня смысла мало. В смысле самая? У меня второй раунд ТП почему-то не пашет нихуя. Лёх, назови число. 3. Андрюх, назови число. 2. Кудочек, назови число. Блять, я ищу. Сколько? 0, я детектив. Понял, пойдем, парни. Мы троем мирные. Просто я к чему? Вы, типа, очень Resident Evil всем нравился, мы потом эту поиграли, и это всем понравилось. Почему бы еще одну не попробовать? Не знаю, мне Resident Evil держимся, Андрюх, нравится Андрюш, больше. Андрюш, чего? Держимся втроем. Давай. Слышь, такое ощущение, двое из вас, кутка куда-то. А. Отойди чуть-чуть. Макс, короче, они тебя ведут в темный лес. Слышь? Максон, не слушай никого. Убили. Ты знаешь, Макс, число... Они не 6. Не-не-не, они бы тебя не убили. Максон. Кинул гранату. Андрюх, короче... Кекс, ты ушел далеко от нас. Давайте, идите. Ладно, Андрюх, слышите, нет, я Кекс не проверю. Нет, Андрюх. Кекс, назови число. 6. Я проверю. Лол, слышите? Ебать так, что-то... Он не договорил, может он хотел сказать 60. Блядь, Нексуса проверь, проверь Нексуса, Андрюх. Ебанутый, я труп проверил. Давай, Лёх, проверю. Ага, Лёх, Innocent. Innocent? Ага. Лёха, ебанись. В смысле, я тоже Innocent. Тормози, стоп. Подожди, а почему ты тогда убил Нексуса? Я не знаю, я же тебе сказал, что 3 числа, а не 6. Так, тут Мервинг. Мервинг больно. Мерв, скажи число. 7. Андрюх, делай, Андрюх. Делай. Почему? Делай, ну блять, я тебе говорю, делай. Не делай нихуя. Ну только вспомни, что я вначале говорю. Лол. Ну смелее, гудок. Писконавта, проверьте писконавта. А на каком основании это было, мне интересно. Ты число не говорил. Тихо. Стоп, гудочек, стоп. Ну блин, он же убил писконавта, сейчас-то зачем уже? Блять. Ну типа они когда он писконавта убил уже. Писконавта он меня убил, он конченый, а труп чекнул. Ясно было, что я. Или все могут чекнуть. Труп все могут чекнуть. Гудочек. Я доверял, пока. Я тебе сказал ставить число, гудочек. Поздний ставишь. Гудочек. Извини, Лёха, извини. Блин, ну я сейчас смотрю на второго трейдера, типа. Я не прощу себе. Я написал в чат, я угадал? Не-не, вот это, 100%. Лол? Нет. Да. Лол? Нет, либо... По мне стрелял, ты и Фури стрелял. Вот побежь это... вас искать? А, да. Все.
Да, Кекс, какие могут быть подозрения? Я сказал 3, Андрей сказал... А, сори. Ну я сказал 6, я умер, короче, я помню. Нельзя, нельзя. А когда тогда это... Когда трейдер... Нет, факт, где он находится? Он в соло был. Если ты трейдер, тебя спрашивают, то я обязан говорить 6. Понял. Я гляну, может, кладбище обходит. Блять, вон он, вон он! Бля, я упал еще, ну пиздец, это самая глупая смерть, которая могла только что. Добро пожаловать в наш дредом клуб. Подожди, а кто Гудка-то убил? Макс, а кто тебя убил, слышь? Я самоубился. Я думал, Ефьюри убил тебя. Вас не смущает, что мы с Письконавтом уже третий или четвертый раз в мафии? Не. Не, не смущает. Наша команда просто игра сделала. Лёв, но твои методы мне нравятся. Какие? Ты дыкнутая пряник. Ну, карту сменим, рили, поставим сразу. Андрюх, методы скаутки и дигла. Не, я тоже согласен с ними. Короче, ладно, сейчас я мафии точно не буду, можно хуйней пострадать. Я могу пару раз раундов подряд вам это 6 поговорить, а потом это. Да просто. Я могу, кстати, в лотерею сыграть. Гайс, просто паниш побольше поставить и будем играть нормально уже. Так я говорю, гоу захостим, пока еще все живы, не хотят спать. Вообще я хочу. А вот видишь, чем дальше в лес, тем... А я не помню, что надо было писать. А, карма. Может, он врет? Не, он, да, сейчас появился. Он сказал, что ни разу не был трейдером. Письконавт вроде как. Верим его. Ну, это я и спросил. Ну, я сейчас... это сейчас сказал в эфире, что он ни разу не был трейдером, но при этом я помню, что он был трейдером несколько раундов назад. Так, Письконавт. Письконавт, ты... Письконавт детектив, забей. Блять, неудачно. Ага, кто-то по мне стреляет, ага, не понял. Извини, я думал, ты не детектив. Я думал, ты доктор. Лёха, число. Вич-доктор. Гудочек. Число 6. Я, видимо, настолько обречен, что по мне иноценты стрелять будут, даже когда я детектив. Короче, число 6, и Гудок умер, я так понимаю. Заебали, сейчас не, я... Не-не, я жив, бегу. Короче... Он пошутил, но он жив, да, я так понял? Или длиннее... Он жив или нет? Кто он, Гудоч? Нет, Соло жив, да? Да, я жив. Откуда знаешь, что Гудок... Гудок знает, что Соло пошутил мне вот вопрос? Ага. Не знаю. Ага, Лёха! Опа! Лёха, ты где? Парни, я в Гитрайте. Где, блядь? На Соло он, походу. Да ёбаный в рот, почему я на Е не мог нажать? Что за бред? Я так долго... Блядь... Максим, это не смешная шутка, мы так не делаем сейчас. Андрюх, этот раунд я беру, чтобы ты понимал, 800 кармы. Понял. Ну типа Гудок зафейкал, мы, блядь, мертвые, не разговаривают, а он сказал, что он жив, блядь. Ну, типа лоу. Это обманочка выходит? Это очень смешная обманочка, да, я понял. Сколько там до конца раунда? Ой, долго, 50 минут. До конца этого раунда. Да. До конца этого раунда хуй знает. Да я уже Enter готов просто нажимать. Я скачал какую-то карту. Андрюх. Он last. Блять, я не могу, никого не могу найти, а ты там уже хуяришь третьего. Я так выше тебя. Я скажу, Ефьюри пока вообще ничего не отшибает. Он до сих пор не стреляет. Да, он все еще думает. Андрюх, 800 Лёх. Карма было. Хорош. Да Лёх, все, Гудок решил. Я типа бегу. Так, а он меня спросил. Короче, 800 карма это все равно 80. Он спросил, я говорю, он спросил, я типа говорю, и теперь Гудок мертв. Он говорит, нет, я жив. Лол. Я типа, вам. А у меня типа Соло сказал, нет, я так, жив. Так, а я пока трехнуть пазу. Пущу. Это не Соло сказал, это Гудок сказал. Гудочек. Ну я повел себя как настоящий трейдер, я сказал тебе 6. И убил тебя. Он целился меня в голову и. Короче, если что для инфы, скаутка в голову. Почему у меня нету текстур? У меня disconnected. Missing maps disconnected. Ой, ну нахуй Майнкрафт, алло. Я не его создавал, я для теста, у меня текстур почему-то нет. Ну потому что Майнкрафт, видимо, хуёвая карта. Нет, я не Майнкрафт, я Барон создал. Сейчас тот чел, короче, из-за disconnect не зайдет, нам надо плюс один. Ну, зайдет тот другой. Лау, нахуя здесь только оружие? Да давайте у двоих найдем, я спать пойду, я реально заебался. Тебя не рандомят, игра? Мне рандомило, но я реально... Зачем ты меня пригласил? Случайно, какой пароль? А что ты так, игра?
А, пароль? Потому что знаю, я... что поставлю. А, подожди, я все, я поставил. А, бет пасворд. Не спал, в отличие от вас. Нельзя так, Игорь. Пароль, дред, заходи. Нельзя так, Игорь. То, что пойду я спать, ну нахуй. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Давай. Почему я не могу за команду пересоединиться? Слушайте, по-моему, все-таки там мапа топовая. Это прей прям еще. Так, ну тут тоже пушечки на начале лежат, это хорошо. Лёх, просто ты пристрелялся. Я так и не понял, какой пароль. А пароль есть? Дред с маленькими буквами. Нет, я поменял пароль, сейчас опять поменял. Короче, я ещё конфунду, пишу твою. Ну так если карта нам... О, слышите? Гайз, смотрите, прикольная тема. Смотри. Ну чтоб сначала свои сёшь. Гайз. Я двигаться не могу почему-то. Кто-то бахает всех. Ну, точнее, у меня все фиолетово-черное. Ребят, давайте кататься на этой штуке. Кто со мной? На какой? Пойдем, мы с Лехой с тобой идем. На этой. Давай, все. Тихо, сейчас. Я первый. Давай Леха первый. Сейчас, подожди. Пойду на стриме смотреть, короче. Бам. Лех, ну иди сюда. Не трогай Леху. Хорошо. Андрей, знаешь, рейтер? Я? В смысле, я просто так убил. Макс. Давай без этого. Давай кататься еще. Я не могу залезть отсюда, сейчас, секунду. О, вот эта чумовая карта выглядит. Ну, Дрюх, ну ловни его, давай. Хорош, брат. Последний остался. СПС. Ласт в респе, брат. На респе? Респе. А что там так оружие много? Воу. Справа. Что-то она очень справа маленькая будет. Прям, но столько зданий. Там какие-то телепорты есть, наверное. Ну-ка, как нож бывает, посмотрим. Ну, кстати, довольно быстро, я попробовал Игоря убить. С двух ударов сразу убивает? Мне второй удар на 2000 дэмэджа вошел еще. Да, ну он типа второй, типа инстант килл. Да? В смысле да. Второй, то есть типа заряжается что-то? Ну я первый ударил, и второй инстант килл. Блять, у меня опять текстуры, я хуй знаю, что с ними делать. Я походу должен откуда-то с другого места скачать эту карту. Типа как у Ады хрень такая же. По-моему, сейчас вернемся на ту же. Я не знаю, у меня все нормально с этой. Мне кажется, у тебя там какая-то проблема. Ну, я говорю, это на хосте какая-то хуйня. А ВП-шная мапа вообще. Не, просто ты, может, что-то не скачал какой-то этот самый. Не, я тут... сейчас глянул, я все скачал. Вот тут машина ездит, гайс. А у меня есть другой план. Я сейчас гляну. О, это тоже прикольно на самом деле, мапа. Мне нравится. О, я играл ее один раз. Как она называется? Андрюх, найди его, пойдет, тут лежит. Смотри, машина, Лех. Машина трейтер. Слышишь, 67V она называется. Она, Андрюх, не знаю. Где лежит скалка? Я не знаю, а ты, Мер, ты поставил тот самый? Я сейчас скачаю откуда-нибудь. Пенальти поставил? Да, я ставил. Так, Лех, надо проверить. Лол, тут машина ездит. Так о чем речь? Бля, Мер, все залагал, зачем ты вышел? Я говорю, карту надо скачать, ну. Так, мы бы проверили хотя бы сначала этот. Может больше, может меньше надо. А, у меня Гаррисмот вылетел. В смысле, другую карту опять, что ли, или что? Нет, я эту же карту хотел скачать. А в чем проблема, что случилось? Ну, у меня нет экрана. У меня просто фиолетовый черный квадрат. Нет, карта на сец, маленькая такая, уютная. Ну, там внешне она круто выглядит. Ребят, free-to-play, как это скачать, чтобы... Ну, находишь free-to-play, там free-to-play. Предзагрузка, кнопка. За 771 рублей. Лол, нет. Это не то. Магазин, не в доте, а в магазин. Я в магазине, free-to-play, вот. У вас уже есть free-to-play написано, лол. Ну, нажми предзагрузку. В библиотеку зайди. Все понял. Там 4,5 гига. Мерф, ну шот. Да сейчас нужно скачать куда-то. Ну давай, Мерф. Маш, просто надо было Гаррисмот перезапустить, лол, в натуре.
Я не уверен. Если нет текстур, то просто у тебя каких-то текстур сгорит с молодой. Нет, нет, это у меня не текстур нет, у меня просто экран в квадратик. Ебать, у нас каток сегодня. Охуеть. Таблетки остались, Лёх? Остались, остались. Главное в доте не тимкиль. А с 8 вечера все. А ты что-то скажешь, блять, йол трейдер, захуяришь его там как-нибудь. Отбой тревоги, ребят, с 8 вечера. Лех, на этом, на Эшспирите будешь, столкнешь его за месяц. Всего 3 карты, правильно? Мимы и фнатики 2. Ну, еще Старладдер. Лол, Старладдер. А, Старладдер. Старладдера нету, лол. Это, Лех, у вас расписание прям есть? Да. Чего себе, все серьезно, как? Хочешь, дам тебе ссылочку? О, перезашел в игру, да, все на нормально. Хочешь? Сейчас я там. Не, Лех, не буду. Да фиг тебе, а не расписание, понял? Ну вот. Знаешь, я вот не хотел, а теперь так захотел, когда ты сказал, что не дашь. Ну на. Спасибо. Смотри. Наслаждайся. Спасибо. Можешь подредактировать что? Подредактировать? Так, значит, 19 сегодня, да. Значит, 8 против ТРов на Старладдере под таблетками. Это, подожди, 18.45 это ярд? Арт. Асус Рок Дримлига. А, арт. Мум. Арт Мум. Бостов 2 и МЛГ фнатиков. Да, 5 игрушечек. Я смотрю, у вас расписание такое интересное. Скрим versus Steam Dog. Кстати, по-моему, можно отменять. Почему? Потому что это дорога вниз. Они, конечно, некоторые страты интересно используют, если там все дела, но в целом они и слабенькие. Ладно. Вот. А, слышите, вы 23-го играете Scream против Team Dog, а 24-го с ними играете на турнире. Это хорошая идея. Это специально, Андрюх, так? Чего себе, какие интересные. Забей, у меня оружия не отображается. Или да, его просто нет. Плохо. А, нет, отображается. Вот, и машины есть. Все, заходите, ребят, пожалуйста. Да, давайте побахаем. Интересно, меня не собьет машина. А пароль ты, я так понял, опять поменял, да? Ну, который в чате написал последний. Ну что, да скажем ему вслух, типа, чтобы... Да не, пусть все сначала наши зайдут. Бля, походу начал проходить зубик, ребят. Может, ты просто... Либо печень отказала. Да. Я пока еще не понял. Так, все, я здесь, я террорист. Китарол вообще хорошо помогает от зубной боли, но плохая новость в том, что это примерно часов на 6. Лол. Типа вообще у него курс применения это 1-2 таблетки 3-4 раза в день. Ебать, не, я столько не буду. Ну, я тебе так скажу, я тебе уже в голову целился. Ну, я тестил, что на Е здесь можно сделать. На Е? А я в ВП-лёк нашёл. Ну, я на Е эту бочку взорвал. Скор -1, хорошо потестил. Лёх. Пацаки, надо авик. Братик, я говорю, я нашел ВП. Где ещё? Оно сверху. Ты смотришь на меня? На меня нажми. Нажал. Ага, хорош. Чаще вот, заходишь, здесь спасибо, лежит. Да. Смотри, Лех, вот так вот лежит. Не, ну что, пароль говорим? А штраф за карму-то сменили? Ну я да, скину, поэтому и хостили. Нет, он сбросился. Блять, ну давай... You are permanently banned from talking and red stuff. Да. Вот так. Пароль ла-ла-ла. Пароль ла-ла-ла. Андрюх. Да. Лёх, да сори, я что-то это... Морская черепашка по имени Алёшка. Я у тебя был забанен, а ты меня забанил. А ты у меня не пингвинчик. А я у тебя черепашка. Блять, Лёх, мне так теперь неловко. Давайте разбаним прямо сейчас. Встану на дороге, вот здесь вот, и разбаню. Встань на колени, Андрей. Смотри, Лёх. Он бан. Соло. Лок, фоплайн, спасибо. Все, Лёх, анбанил. Иси, о, и машина меня сбила, ребят. 40 я ТП видел сбилось. Белое на Иси развел, я не черепашка, еще и обзываюсь на тебя в чате теперь. Такой ты, конечно, Андрей. Еще у меня так FPS присели. Читаемый парень, конечно. Кстати, Андрей, а ты видел ролик, у тебя в группе кидали в комментариях, что типа игру про Дэнди делают с твоим участием? Что?
Ну, там типа как Супер Мидбой, только... Или он обезагает, только вместо главного героя бегает моделька Дэндика. А так. Ты там первый босс, твоя огромная летающая голова, которая стреляет не очень...